Доброе утро всем, меня зовут Роман Богданов. Доброе утро всем, меня зовут Антон Сизых. Доброе Привет. Утро, Роман. Я Антон Москву, здравствуйте, Привет. Ребята. Здравствуйте. Середина недели, мы до нее добрались, и что же будет сегодня? Сегодня будет очень много интересного, потому что сегодня середина недели. Точнее. Чудеса, и не просто середина недели, а середина недели вместе с новым утром. Давайте посмотрим и узнаем, что мы вам сегодня приготовили. Сколько всего интересного, да-да-да. Новое утро сегодня. Сейчас вы в правом нижнем углу экрана видите нашу гостью, художницу, которая совсем скоро научит нас одной уникальной технике рисования. Какого-то полушария, по-моему. Правополушарная техника, если я не ошибаюсь. Ничего себе. Ладно, но после этого мы, или даже перед этим, мы протестируем одну из диет, популярных диет, одной из известных телевизионных ведущих. Но... своя диета. Мы будем кушать, да? Да, мы будем кушать. Я не завтракал, если хорошо. Мы еще и нарисуем картину маслом вместе с нашей гостьей, то наш эксперт по домоводству расскажет о том, как картину маслом защитить, почистить, помыть и привести в порядок, если вдруг она у вас на балконе пылью покрылась. Ну и, конечно же, сегодня, это невероятно, но у нас в студии окажется в гостях настоящий кубок мира по регби. Мы его посмотрим и даже, наверное, потрогаем. Ну, прямо сейчас давайте посмотрим, какие новости для нас приготовил о событиях в мире и в городе Красноярске Антон Москус. Но трогать не будем. Хорошо. Новое утро. Интересное в мире. Начинаем первый выпуск новостей с новостей из отдаленных районов Красноярского края. Почти 30 населенных пунктов Богучанского района остались без света накануне. Причиной отключения электроэнергии стала несанкционированная вырубка леса в охранной зоне ЛЭП. Без света остались более 40 тысяч человек в 29 населенных пунктах. Для восстановления электроснабжения были незамедлительно направлены 3 оперативно-выездные бригады в составе 9 человек и 5 единиц спецтехники. Укомплектованные спецтехникой, необходимыми материалами, инструментами, средствами связи и горюче-смазочными материалами. После двухчасового отключения подача электричества была восстановлена. Ура, ура! В селе Озерное под Енисейском накануне появился медведь. Хищника видели сразу несколько человек, но он ушел в прилегающий лесной массив. Затем медведь снова вышел на дорогу, которая ведет от школы до микрорайона Авиапорт, по которой ежедневно в школу ходят дети. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили крупного медведя в 500 метрах от жилых домов между гаражами. Полицейские пытались отогнать опасное животное в сторону тайги, но дикий зверь вел себя агрессивно и кинулся на сотрудников полиции. Инспектор охотнадзора медведя застрелил, так как больше ничего не оставалось. Ну и вернемся в Красноярск. Здесь, в нашем городе, неизвестные расписали припаркованную во дворе машину. Накануне от владельцев или от владелицы, пол согласно не уточняется этого человека, согласно фотографии, появилось заявление в полицию. Согласно фотографии, опубликованной в соцсети ВКонтакте, припаркованный автомобиль Honda был раскрашен неизвестными в районе улицы Академгородок по адресу 12. Машина полностью разукрашена красными завитками, сделанные предположительно из баллончика с краской. На крыше было написано слово, означающее один из видов любовных утех. Что это значит, пока остается тайной. Но тайной не будет оставаться погода на сегодня, о ней расскажет Роман Богданов. Это, кстати, соседний двор с нашим, и я эту машину вчера видел, я подумал, что она просто неправильно припарковалась, потому что там всегда очень узко паркуются люди. Но будем надеяться, что это может быть что-то более хорошее. Такая погода у нас сегодня тоже очень даже симпатичная. Утром будет плюс 11, пока, конечно, гораздо прохладнее. Днем плюс 14, вечером плюс 9. В течение дня у нас сегодня облачно и небольшой дождь. Синоптики все-таки прогнозируют. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды в новом утре – «Восток Сервис». Комплексные решения в сфере охраны труда на вашем предприятии. Представители шоу-бизнеса очень часто уходят в какие-то параллельные виды деятельности. Кто-то запускает радиостанцию, кто-то создает свою линию одежды или духов, а кто-то создает свою персональную диету. Сегодня, буквально через несколько минут, мы откроем коробочку с диетой одной известной телеведущей и узнаем, чем она предлагает кормить людей. Но все это будет сразу же после гороскопа в новом утре.
Улыбнитесь новому утру. С вами гороскоп. Овны. Дневные часы подходят для отдыха, творческой деятельности, а также для любовных авантюр. Все ваши инициативы обещают успех. Тельцы. Атмосфера в супружестве может накалиться. Возможны столкновения по чисто бытовым вопросам, либо ссоры из-за подозрений и ревности. Близнецы. Важна разборчивость в контактах. В этот день нежелательно иметь дело с сомнительными особами и связывать себя долгосрочными обязательствами. Раки, держите любимого человека в курсе своих планов. Старайтесь не преподносить ему сюрпризов, даже приятных. О встречах с друзьями лучше договоритесь заранее. Львы, старайтесь относиться к критике спокойно и помните, что иногда очень полезно взглянуть на недостатки с другой точки зрения. Девы, в случае плохого самочувствия имеет смысл взять выходной. Вам будет полезен домашний отдых и отвлечение от каждодневных обязанностей. Весы, в конце дня у вас будет достаточно свободного времени. Вы получите возможность расслабиться, сходить в гости к друзьям или посетить многолюдную вечеринку. Скорпионы, вас ждет день значительных и позитивных перемен в личной жизни. Он также может быть связан с исполнением тайных желаний. Стрельцы, настроение сегодня обещает быть жизнерадостным, а в новых делах, которые вы сегодня начнете, можно ожидать первых положительных результатов. Козероги, многие из вас озабочены вопросами своих отношений с окружающими, и эта тенденция заметна как в личной сфере, так и в деловой. Водолей, надеяться на честность партнеров в этот день не стоит. Гораздо важнее развить собственное умение чувствовать людей, разбираться в их тайных намерениях. Рыбы, сегодня вам не стоит игнорировать послание интуиции, а вот сплетням и слухам доверять не стоит, особенно вечером. Всем доброе утро. Пришло время позавтракать, да так, чтобы не подтолстеть. Да, позавтракать и остаться стройными. У нас в руках перед нами одна из диет. Так. Именно вот так выглядят сейчас диеты. Это такая коробка. Диета от известной телеведущей. Там еда или там советы, как похудеть? Думаю, все ее узнали. Сейчас мы посмотрим. Эта штука стоит около 800 рублей. Это на сколько? На день? На, или на один прием пищи? На 7 дней. То есть я 7 дней должен есть только то, что в коробке? Желательно, о, да. О, ну это действительно итак, диета тогда. Известная телеведущая так предлагает нам следующее. Давайте посмотрим, что внутри. Это гламурная тут, телеведущая? Тут так и написано, что внутри. Пакетик с вкусными блюдами. Трам-пам-пам. Но судя по объему коробки, здесь действительно еды не очень-то много. Ну, инструкция. 4 тарелки супа максимум. От известной телеведущей, опять же, с ее изображением сзади. Следи за результатом. Здесь можно по табличке изучать, сколько ты чего съел, сколько чего прибавил или убавил. Ну, инструкцию пока листать не будет. Можно перейти сразу к питанию. Поехали. Картофель с цыпленком. Очень диетическое. Это завтрак? Можно я сразу заварю картофель с цыпленком? Здесь все в пакетах вот в таких. Вот такие пакеты похожи на кошачий Антон, корм. Скажи, это кипятком заваривать? Вторые обеденные блюда. Так. Способ приготовления. Высыпать содержимое пакета в тарелку, добавить 120 мл кипящей воды, тщательно перемешать, накрыть крышкой, дать настояться 3-5 минут. Поехали. Давай что прозрачный посуду. Вот я не хочу вермишель, есть что-нибудь поинтереснее? Так, хорошо. Картофель с гренками и зеленью. Картофель с цыпленком. Картофель с цыпленком. Дальше едем. Круто же. Картофель с золотистым луком. Я гречка охотничья. Это еще это, кстати, Антон, это обеденное блюдо. А где завтрак? Куриная паэлья. Гречка по-деревенски. Все. Мисо-суп. Не позавтракавший Антон мускус. Рис с грибами и овощами, лапша с овощами. А как насчет компота? Подождите, тут должно быть написано... Компота. Вот тут везде написано вторые обеденные блюда. А где первые? Где завтрак? Первые обеденные блюда. Вот они. Пожалуйста. Причем завтрак внизу коробки. Это ошибка. Ой, компотов, киселей сколько. Суп куриный. Друзья мои, кофе. Кофе для похудения. Фруктовый батончик. Можно я все-таки буду настойчивым и спрошу, есть ли там завтрак? Мы ищем, Ром, рыщем. Фруктовый батончик. Ага. Чай. Первое обеденное блюдо. Чай. Короче, это только обед. Я понял, завтрак вообще по этой диете не положен. Чай. Положен только обед. Давай заглянем в инструкцию. Первое обеденное блюдо. Подожди, ребят, это коробка с обедами, я понял. Там нету ни завтраков, ни ужинов. Либо по диете этой телеведущей питаться надо только один раз в день. Потому что первое везде написано обеденное, вторые обеденные, кисель. Так что, ждать обеда? Обеденные. Или на завтрак там кофе? Ладно, давай первое обеденное блюдо. Не, я запариваю картофель с цыпленком, короче. А я? А ты ищешь завтрак.
Я рандомом возьму, не подсматривая. Вот этот пакетик буду есть. Давайте, ребят, посмотрим. О, я по-пацански возьму борщ сибирский с мясом. Витамин. А сколько лить воды? 120 миллилитров. Уже налил. А дай, есть, конечно же. Прошу. Крышка нужна еще. Ребят, посмотрите, как я мешаю. Кстати, он сразу загустевает картофель. Что-то мне напоминает это. Да, мне тоже напоминает одну известную. Компанию, которую рекламирует другой известный телеведущий, юмористическая передача. Греча по-деревенски находится в моей тарелке, но еще не запаренная кипяточком. И знаете, в детстве я кормил курей комбикормом у бабушки в деревне. И они тебе решили отомстить спустя годы. Примерно, да. Примерно такой консистенции и формы. Ну посмотрите, кстати, картошка уже готова. Вот уже можно есть, она прям свежая, вкусная. Ну я тебе говорю, кое-что мне напоминает это. Но цыпленка я не вижу. Вот покажи любому студенту вот в таком виде, без пачки. Он скажет, это же диета известной телеведущей. Конечно. Она еще продается в магазинах в таких специальных коробочках круглых за 30 рублей. А то и за 12 можно взять. Смотри, если в кружку запаривать. Да. Так, у меня борщ, кстати. У меня готова картошка. Я даже его попробую. Ну, визуально очень на борщ похоже. А нету там пакетика с майонезом каким-нибудь, который тоже... Нет, это же диета. Или со сметанкой. Это же диета. Все, это сложно. Цыпленок еще не прожарился. Картошка уже готова, цыпленок немножко вязнет на зубах. Надо подождать, пока он стоит. Там же написано, нужно закрывать крышкой. Кисель, давайте еще один сделаем, пожалуйста. Давайте, нужна кружечка. А давайте кофе сделаем лучше. А давайте мы вот, да, с утра кофе? Пораньше. Можно я кофе? Кофе. Ну ладно, делайте. Достань кружечку, пожалуйста. Итак, у нас сегодня на завтрак диета от одной известной телеведущей. Антон Москус выбрал борщ. Антон Сизых ест гречу... По-деревенски. По-деревенски. А я запарил картошечку с цыпленком. Сейчас пока мы будем заваривать кофе. Да. Да. И пока посмотрим интересный сюжет. Продолжаем погружаться в тему «Универсальный осенний гардероб». Предлагаю присмотреть несколько моделей джинсов в этом магазине, их всегда много. И уже к ним подбирать рубашки, трикотаж и верхнюю одежду. Вот такие рубашки, однотонные или с оригинальным рисунком, должны быть в каждом гардеробе. Согласна? Да, как и всевозможные водолазки, свитеры, джемперы, на любую погоду и под разные джинсы. Нравится? Я вот на верхнюю одежду засмотрелась. Без куртки или стеганого пальто на улице уже как-то некомфортно. Примерим? Давай. Осенний гардероб не будет полным без шапок, шарфов и перчаток. Последние могут быть как кожаными, так и вязаными. И хорошо, на мой взгляд, если перчатки будут в комплекте с шапкой и шарфом. Все в одном стиле. На улице прохладно, а вам будет тепло, это точно. Джинсы, трикотаж и верхнюю одежду к новому осеннему сезону мы выбирали в магазине «Шрифт». Пусть в вашем гардеробе появится парочка новых стильных вещей. Они ждут вас в магазинах «Шрифт». Начни утро с борща. С гречки продолжи день. И картошкой с цыпленком. Да, вот так выглядит кисель. Смотрите, я запарил кисель. Но в первозданном виде он выглядел вот таким образом. Вот теперь. Интересно, что на всех напитках нарисовано там чай похудин, кисель похудин, а вот кофе, ребята, для похудения. Для похудения. Кофе для похудения. И написано, что это жиросжигающий комплекс. Более того, кофе на картинке с такой красивой пенной шапочкой, как будто я в кофейне. Но воочию это выглядит вот не так. Не будем затягивать. Давайте попробуем борща. А я кофейку. Отведайте, батенька, борщица. Консервированного. Соли нет вообще. Ты нарочитый? Это для похудения. Диета, Антон. А соли нельзя, что ли? А соли люди толстеют? Да. Соли нет вообще. Я как будто съел сейчас бумагу запаренную. А гречка соленая. Вот где вся... Картошка очень соленая. Но по ощущениям... Ну попробуй. По ощущениям это как будто бы очень такая, винтажная гречка с пылью. Поскрипывает на зубах.
Ребят, картошка как была готова сразу, как она готова сейчас, но цыпленок, который там попадается микрокусочками, он так и не готов. Не готов цыпленок. Как будто, может, возможно, это еще кокотки цыпленка, конечно, но... Нет, Роман, поехали, кисель. Кисель. И кофе. Достанем ложку. Он вообще такой горячий. По консистенции очень даже не кисель. Но кофе, в общем-то, такой, знаете, слабенький-слабенький. Капучино, разведенный 3 литрами. По вкусу точно кисель. Один да? в один. Вот ну, как да. кисель. Вот был бы еще он вот такой вязкий. Может быть, ты поскупился на... Когда пьешь этот кофе, хочется верить только в одно, что несмотря на то, что он не очень вкусный, ты зато сжигаешь все жиры в организме. Причем делаешь это с утра. Не, ну так-то да, кисель. Кисель, да. Кисель киселем вообще. Кисель, остальное, киселем. Это напоминает лапшу, картошку вот этого быстрого приготовления, которую запариваешь кипятком. И вот она, да? Только в ней цыпленок мягкий в той картошке. Если попадается какой-то... Здесь не очень, да? Здесь не очень. Гречки, она соленая. Но она действительно как будто со вкусом пыли. Так. На вид это вообще не гречка. Это гречка-холостяк. Жена уехала на курорт, гречка со вкусом пыли. Да, он достал из-под дивана, называется. Борщ не соленый. Борщ не борщ. Но добавлять соль по вкусу, наверное, так рекомендую. Что, совсем не борщ? Ну вот кусок мяса я нашел. Попробуй борщ. Мясо. Вот попробуй, как мясо в борще, готово или нет? А я бы, значит, сказал, что борщ больше похож на кисель, чем кисель на борщ. Вот так вот у нас получается. Что? Косточка? Мне что-то попало на зуб. Так. Опасно. У тебя есть зуб? Я умываю руки. Ну что ж, диета вот такая вот. Решать вам, пользоваться подобными услугами или нет. Антон, ты похудел на глазах. Я знаю. И вообще рекомендовано сочетать это с пищей все-таки домашнего приготовления, не только держаться на том, что находилось в коробке. Самое главное, показали, там был такой мини-батончик, ну ладно. Да. Покажи, Антон, пожалуйста. Напоследок, на десерт. Я понял, что завтрак это только кофе и вот это вот мини-штучка. Давай. И сразу весь смысл этого... в том, что ты его не можешь открыть. Да, и поэтому ты худеешь. Ну, походу, это вообще гематоген или перга. Все, двигаемся дальше, ребят. Это ДСП. Двигаемся дальше, пока ребята пробуют десерт. Мы смотрим, что у нас дальше в нашей программе. Полезная информация. Партнер программы «Новое утро» – салон-магазин «Лилу». Новое поступление осенних и зимних пальто из шерсти альпака, кашемира и ангоры. Можно ли научиться рисовать как настоящий художник за один день? Об этом расскажет наша следующая гостья. А также у нее узнаем, что такое правополушарное рисование. Вот ребята уже первые свои опыты. Я Моцкуса нарисовал. А я кошку. Ну что ж, буквально через пару минут мы действительно попробуем научить ребят все-таки рисовать по-настоящему. А прямо сейчас давайте посмотрим продолжение нашей строительной рубрики. Мы уже научились выбирать участок. Мы возвели на нем каркасный дом. Очередь за внутренним обустройством. Начнем с пола. Прямо сейчас узнаем, как и чем его утеплять. Шов плотный, в принципе, запенивать не обязательно. Ну, для профилактики можно тонким слоем пройтись. Холод не пройдет, монтажная пена не оставит ему ни одного шанса. Первым этапом устанавливают обвязку из брусов и разбивают на секции. Затем монтажной пеной устраняют зазоры. И, наконец, настает очередь утеплителя. Каждый новый слой должен перекрывать место стыка предыдущих. Для того, чтобы приступить к этой работе, нужно выбрать себе готовый проект. Желательно, чтобы все было просчитано, чтобы уже заведомо не совершать ошибок сложных. Работу, в принципе, можно выполнить своими силами, своими руками. Но, опять же, нужно иметь знания. Некоторые хотя бы представление иметь. Мастера советуют не пропускать следующий этап – покрытие пленкой. Если этого не сделать, в утеплитель может попасть влага и пол начнет промерзать. Оптимальный вариант по соотношению цена-качество, говорят специалисты, – минеральная плита. Но есть и другие виды утеплителя. Такой утеплитель, как Аквата, он наносится механическим способом, то есть самому его не получится наносить. Для этого нужно уже будет вызывать специалистов. Есть пенопласт. В принципе, тоже хорош, но два минуса. Не дышит и грызуны его очень любят. Есть еще пенопропилен. Дорогой способ, но хороший, качественный. То есть его в основном используют в Штатах. То есть методом нанесения, он как монтажная пена, только более объемистый. Он закрывает все щели. За кубометр минеральной плиты отдадите 1500 рублей. Самый дорогой вариант – пенопропилен – стоит 3-4 тысячи, а самый дешевый – пенопласт – 1000 рублей. Но эксперты не советуют экономить на утеплителе, как бы не пришлось платить дважды. В
Неполная коробочка белой краски – это не про нашу гостью. Елена Олейникова, тренер по правополушарному рисованию, в гостях у нас. Елена, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, рассказывайте. У нас у всех троих есть правое полушарие, поэтому, в принципе, ваши потенциальные ученики. Да. Точно есть. Ну, теоретически должно быть. Да. Но я думаю, вам интересно, наверное, про саму технику, да? Да, то есть да. Все да. Мы знаем, что у нас есть левое полушарие и правое полушарие. Левое у нас за что отвечает? За правое. За а правое за левое. Нет, за смотрите, левое. Да? Нет, левое это логика, да, цифры, речь, то есть такое контролер наш, такое достаточно разумное полушарие. Строгое полушарие. Да. А правое это полушарие. Творческое, креативное, то есть оно отвечает за... Оно включается в пятницу вечером. Получается алкоголик. Да, смотрите, мы живем и в правом, и в левом, мы не отслеживаем обычно эти режимы, да, то есть, конечно, но нас обучают в школе, и большую часть жизни мы проводим все-таки в правом полушарии, в левом полушарии. И тренинг направлен на то, чтобы полностью как бы отправить его в отпуск и погрузиться в правое полушарие всеми возможными, доступными для этого методами. Давайте, вот поскольку ваш коллега уже начал рисовать. Погрузился. Да, давайте возьмем вот такую кисточку, ну вот у вас она есть. Толстая? Да. Так. Рисовать мы будем на таких маленьких карточках. Так. Смотрите, и сейчас вам надо белой краской загрунтовать эту картоночку. Понял. А надо смачивать? Нет, можно не смачивать. Первое задание. Загрунтовать это просто замазать. Да, замазать. Я рисую полушарие. Как хорошо, что у нас больше всего белой краски сегодня. Да, белая краска на самом деле играет одну из важных ролей. Ее должно быть очень грунтуем, много, да? Да, мы грунтуем. Я нарисовал мозг, но ну, без грунта. Да. Давай уже, на не будем деле, оправдываться, да. Это не мозг, конечно. Угу. Грунтуем быстро, то есть нет, не задумываясь. Нет, нарисовал свой мозг. А. Насколько я помню... У нас то, чем думают некоторые люди. И здесь вы можете меня переубедить или поправить, что когда мы работаем правой рукой, то у нас как раз левое полушарие развивается. Деле... Когда мы работаем... Елена, а вы психолог вообще? Или вы только художник? Есть, да, нет, у меня есть специализация психология. Да? Но потом, да, я обучилась и прошла курс правополушарного рисования тренера. Скажите, а мы уже каким сейчас полушарием рисуем? Смотрите, да. Вот вы уже закончили? Да. Нет. Вы загрунтовали, как вы грунтуем. Думаете? Грунтуем. Сегодня мы с тобой грунтуем. Ну, как я вижу, вы загрунтовали все-таки логически. Потому что сейчас я объясню. Смотрите. Вот я не прошел первый этаж. Надо было вот так грунтовать. Да, здесь это вот левое полушарие. Правое полушарие находится вот здесь. Или даже вот здесь, но стол ваш мы не будем пачкать. Я маленький запачкал. Поэтому, смотрите, еще раз макаем в белую красочку и грунтуем, выходя уже за границы. То есть так вы... вот, смотрите, у меня все повылазит. Ну, то есть это должно быть максимально свободно. И... У нас не у всех есть загранпаспорта. Вообще я хотел начать вот так вот. Можно так. Вот так вот. Да, да. А, то есть нужно смотрите, отключить барьеры головного да, мозга. Тренинг подразумевает то, что вы делаете, то, что вы хотите. То есть все, что так, вам... Тогда, если вы хотите понял. Танцевать... Просто тогда задача есть... не так ставилась. Если бы вы ставили задачу, делайте, что хотите. Нет, вот это что? Да, а не загрунтуйте. Да, новости будет здорово читать тебе. Понравилось, да? Я понял всю фишку. Надо беситься. Да, смотрите. Давай, давай. Это абсолютно нормально. Да, сейчас, смотрите, берем руку и делаем вот так. Я думаю, сейчас берем одежду и делаем вот так. А только белый, да, можно? Нет, сейчас мы рисуем белый и рисовать рисуночек какой-нибудь можно, другой любой красочкой. А, что происходит? А? То есть в ходе тренинга мы... Да. Подожди, давай, рисуем другой же краской сейчас. Бим, Бим, не грусти, тебе скоро на арену. Роман нарисовал горох. Только что на Антоне Москусе. Можно рисовать соседу. Это... Да, я понимаю. Нарисуй мне, я вот рисую себе... А можно я себе нарисую Rolex? Тебе кровь нарисую. Не, зачем? Здесь вот сейчас нарисуй мне лучше помаду. Стройную фигуру. Не хватит краски. А можно я нарисую на костяшках Вася? Конечно, можно даже на пальчиках. То есть те, у кого написано на костяшках Вася, это люди с развитым правым полушарием. Пора мне включить смотрите. Левое, я пойду к новостям подготовлюсь. Смотрите, можно не против? Главное не думать о том, что... Иди, мы тебе на спине нарисуем что-нибудь пока. Ага. Главное не задумываться о том, что можно делать, а что нельзя. Можно все, на самом деле. Если вам захотелось нарисовать на костяшках, рисуйте на костяшках. Лена, можно все-таки уточнить? Мы-то анонсировали вас, что вы сейчас нас научите рисовать, а вы нас пока научили только весело проводить время и делать все, что угодно. Вася!
А что значит уметь рисовать, Роман? Это же штука такая. Нет, ну подожди, пока холст пустой у меня. Мы же рисуем правым, должны погрузиться в правое полушарие. Да. Я пока не владею только секретной техникой погружения вот так вот. Ладно, давайте тогда все-таки. Сейчас Антона Сизых мы оставим Лена вам. Смотрите. Учите его рисовать. Ну, потому что у нас прямо сейчас будут новости, которые левым полушарием расскажет нам Антон Мозг. Время, да. Новостей. Новое утро. Интересное в мире. К новостям. Военно-воздушные силы США нанесли ракетно-бомбовый удар по двум десяткам объектов на территории Сирии. Целью налетов стали места скопления боевиков в группировке «Исламское государство». По данным СМИ, уничтожено несколько десятков экстремистов. Данное видео попало в распоряжение канала Russia Today. На нем предположительно запечатлены бомбардировки. По разным данным, жертвами стали от 30 до 50 человек, среди которых несколько мирных жителей. С виду мирные буддийские монахи оказались оборотнями в рясах. Камбоджийские полицейские арестовали двух монахов, которые употребляли метамфетамин, сообщает The Daily Mail. При обыске в комнатах 19- и 36-летнего мужчин были обнаружены алкоголь, наркотики и средства защиты, скажем так. Обоих священнослужителей лишили их сана. Вместе с монахами были задержаны две женщины, которые предположительно занимались распространением запрещенных веществ. Все четверо употребляли наркотики в комнате священнослужителей на территории монастыря. На постоянный шум, доносившийся из комнаты, пожаловались другие монахи. Тест на наркотики, проведенный сотрудниками правоохранительных органов, подтвердил, что монахи употребляли метамфетамин. Вот такая страшная история. Ну и легендарная британская рок-группа с названием Pink Floyd, название это знакомо, я думаю, каждому, после 20-летнего перерыва выпустит новый альбом. Релиз состоится 10 ноября, говорится в анонсе на официальном сайте группы. Ранее сообщалось, что выпуск этого альбома состоится в октябре. В альбом под названием The Endless River, посвященный скончавшемуся в 2008 году клавишнику группы Ричарду Райту, войдет 17 инструментальных композиций и песня Louder Than Words, текст, который написала жена гитариста группы Дэвида Гилмора Полли Сэмпсон. Как сообщили музыканты, новый альбом они составили из материалов, записанного вместе с Райтом в 1993 году. Альбома Division Bell. На обложке изображен мужчина, плывущий в лодке по реке из облаков. Вот он как раз-таки и представлен. Концепция обложки была разработана 18-летним художником из Египта Ахмедом Эмадом Элдином. Ну а прямо сейчас, перед тем, как мы перейдем к детскому конкурсу в нашей программе, Роман Богданов расскажет нам о погоде. Мы сегодня будем одновременно проводить детские конкурсы, учиться владевать техникой правополушарного рисования, поэтому сейчас прогноз погоды у нас с рисунками. Сегодня у нас облачно в течение дня, также небольшой дождь синоптики прогнозируют. Утром у нас плюс 11, днем плюс 14, вечером плюс 9, и так как небольшой дождь, пожалуйста, не забудьте взять с собой зонтик. Ну а теперь лошадка учится рисовать, всех ребятишек скорее будите, потому что прямо сейчас детский конкурс. Спонсор прогноза погоды в новом утре – «Восток-сервис». Комплексные решения в сфере охраны труда на вашем предприятии. Мы и лошади говорим о том, что сегодня нам дозвонятся только ребятишки, потому что лошадь по принципу не может дозвониться, и копытом тяжело набирать номер. Лошадь может уйти кому-нибудь из наших маленьких телезрителей. У нас их осталось три, так. Но сегодня мы отдадим только одну. На выбор, если малыш правильно угадает слово, которое мы зашифровали. Давайте посмотрим на загадку.
Вот это буквы перемешанные в неправильном порядке. Нужно из них слово правильное составить и позвонить нам. Да, обычно это слово, кстати, если кто-то не угадал, подсказка, как правило, находится в той серии мультика «Смешарики», которую мы обычно показываем после того, как загадали слово. Да, кстати, да. Если не можете догадаться, то смотрите серию до конца. Но дозвониться нужно как можно раньше. Наш телефон 202-88-88. Лошадки ждут вас. Ну а мы ждем вашего звонка. Смотрим «Смешариков». Звоните. Сегодня настоящая атмосфера детского конкурса, потому что мы не только готовы подарить игрушки, но еще и рисуем веселые картинки. Подводим даже итог рисования, но прежде чем мы покажем нашу работу, давай подведем итог детского конкурса и подарим подарок нашему победителю, который наверняка уже здесь у нас в прямом эфире. Алло! Здравствуйте. Здравствуйте, вас как зовут? Кирилл Бродов. Кирилл Бродов. Доброе утро, Кирилл. Вы прям как настоящий художник говорите. Вы умеете рисовать, Кирилл? Нравится? Нет. Ну ладно. Ну хорошо, тогда, Кирилл, вы зато умеете наверняка угадывать наши сложные загадки. Скажите, какое слово мы загадали? Тубарет. Тубарет, давайте посмотрим. Тубарет. Включаем. Табурет. Есть! Ну, табурет. Почти угадали. Табурет, только тубарет. Мы засчитываем, хорошо. Кирилл, ваше право выбрать любую из этих трех лошадок. Рыжую. Или большую. Картину стоимостью 7 миллионов долларов. Лучше лошадку, конечно. Рыжую, розовую или розовую поменьше? Розовую. Вот эту? Большую или маленькую? Угу, вот большую, это. Я так полагаю. Я думаю, выбор очевиден. Да, конечно, большая лошадка, Кирилл, она достается вам. Поздравляем. Мы вас поздравляем. Вот большую она, вот покажите. Вот зачем она. Вы нам маленькую показываете? Большую. Вот, все, Кирилл, мы ждем вас на Копылова 50. Приходите за этим подарком. Спасибо большое. Хорошего тебе дня, Кирилл. Мы продолжаем рисовать, и нам осталось буквально только последний штрих. Это давайте. Подписать картины. Подожди, а я не хочу подписывать. Мне кажется, мой стиль узнаваем. Вот посмотрите, что я нарисовал. Ну не надо, ля-ля, Роман. Мы подпишем по-честному, вот да? Поэтому надо подписывать. Стиль Романа называется... Лена говорит, это ее картина, говорит, вот поэтому надо подписывать стиль картины. Стиль Романа называется творческий воровайка. Да. Ну что ж, на самом деле, да, я держал лошадь, поэтому мои руки должны были быть чистыми. Я рисовал прогноз погоды сегодня. Ребят, что нарисовали вы? У меня вот такие пальмы. У тебя пальмы, да, получились? У меня получились пальмы, посмотрите. Что было, что стало, да, вот с чего начинал Антон знакомство с этой техникой. Мне кажется, было лучше. Было позитивнее, как минимум. Нет, получился очень маленький живописный. Просто зеленая краска была занята. Давайте покажу я, что получилось у меня. Нет, Роман, сейчас ты покажешь, что было. Да, что было, посмотрите. А ты, Антон, рисовал в детстве вот такие картины. Что стало? А теперь гораздо позитивнее, мне кажется. Сейчас рядышком. Нет, просто здесь девочка, Антон, а здесь у тебя мальчик уже. Вот. Это операция по смену пола? Нет, и там мальчик. Но только здесь он молодой, а здесь уже вот видишь, что сами. Ага. Итак, ну а что получилось у вас? Покажите. Я подписал картину, и теперь она полноценна. Мне кажется, это портрет, все подумают. Здесь нарисован моцкус. Нет, нет, это подпись картины. Лен, что у вас получилось? Да, сейчас покажу. Лен, для начала давайте скажите, где у вас картина, на руке или на этом полотне? Ну, везде. Все, везде, понятно. Mm-hmm. Правополушарное рисование подразумевает, что картина может быть где угодно. Да, это такая самая простая, буквально... Ну, Лена списала у меня. Пятиминутная. Да. Понимаете. Я списывала. То есть на тренинге, конечно, мы начинаем с таких простых картинок и переходим более сложно. Это пейзажи уже, какие-то корзины с цветами, море. Задача в сути тренинга – научить рисовать или раскрепостить человека? Все-таки... Или измазать его краской? Научить рисовать, я думаю, это вторично, это приходит само собой. То есть, да, тренинг больше направлен на раскрытие человека, на какого-то ломание стереотипов, на, ну, вообще на переход в правое полушарие, и тем самым человек много оттуда может чего почерпнуть. Какие-то новые эмоции, новый взгляд на жизнь, на самого себя. Главное прийти в ненужной одежде, вот это я понял. Как правило, вообще у нас есть фартуки. Критика и аналитик, который сидит в левом полушарии, он обычно говорит человеку, ты не умеешь рисовать, у тебя ничего не получится. Я так полагаю, что благодаря знакомству с вами люди могут... Нет, люди могут говорить, да я не умею рисовать, и пофигу. Начать свой творческий путь. Главное, что в правом полушарии, как говорит Елена, нет оценок. У нас в студии ТВК в новом утре работает человек, состоящий из двух правых полушарий. Это Василий Баранов, потому что каждый раз он создает новые вещи и делает из удивительных предметов более удивительные предметы. Прямо сейчас вы сможете в этом убедиться. Если вы собираетесь дарить деньги, не покупайте конверт для денег, ведь сделать его своими руками проще простого.
Главным образом для изготовления конвертика понадобится 4 больших круга, вырезанных из цветного картона. Блюдце будет идеальным шаблоном. Все кружочки придется сложить пополам. Прикладываем заготовки друг к другу таким образом, чтобы получился квадрат, а затем склеиваем их между собой. Получившийся конверт можно использовать и в качестве открытки. После того, как внутри вы написали пожелание, вкладываем ценное содержимое, закрываем и завязываем атласной лентой. Для пущей декоративности на внешней стороне делаем штемпельный отпечаток. И все, конверт можно вручать. Ну что ж, после того, как мы позанимались здоровым рисованием, поговорим теперь о здоровье в целом, потому что у нас в гостях вновь Ольга Воробьева, фармацевт губернских аптек. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Сегодня у нас опять витаминки, да? Да, витаминки. Ну, помните, что мы в том, на следующей передаче, значит, в том цикле разговаривали о витаминах для деток маленького возраста. Да, для самых маленьких. Для самых маленьких, то есть дошколят и новорожденных. А сейчас мы будем говорить о детках-школьниках. Сезон наступил у нас уже, скажем, такой горячий. Детки пошли в школу. Стресс, стресс испытывают, экзамены, контрольные работы. Сегодня говорим о школьниках и детках более старшего возраста, о тинейджерах. Давайте. Вот. Вкусовые пристрастия разные, как вспомним, как мы говорили в той передаче. Угу. Значит, есть витаминочки, поэтому разные. Вот. Ну, начнем с витаминок, которые принимаются 3 раза в день, если это удобно. Витаминочки для школьников с кальцием. Детки наши растут, требуется много кальция. Косточки, вот, косточки растут, зубки тоже у деток начинают в этом возрасте появляться уже на постоянное место жительства. Поэтому принимаем витаминочки, которые обогащены кальцием. Витаминки принимаются 3 раза в день. Это вот, значит, форма такая витаминочек. Не 1 раз, а 3 раза в день. Для тинейджера, для юношей и девушек. Так и называется, да, для тинейджера. Да. Витаминно-минеральный комплекс с кальцием, обогащенный кальцием. Значит, это вот эти витаминочки. Витамины алфавит, тинейджер. Это для деток уже более старшего возраста, от 14 до 18 лет. Антон, тебе уже? То есть, да, можно. Да. Это очень витаминочки, значит, те, которые содержат в своем составе биотин. Значит, проблема подросткового периода – это угри, это сальные, начинают работать по-другому сальные железы, содержат в своем составе биотин. То есть нормализуется состояние кожи, волос, ногтей, что тоже актуально для наших деточек в этом возрасте. Вот было бы для взрослых что-нибудь от сальных желез, вот, которые... Диета, ну, диета, Антон, думаю, мы сегодня утром пробовали. Я так думаю, есть витамины и для этого, дойдем и мы поговорим и этого, об этом, да, позже. Да. Но вот эти витамины, скажем, для людей, деточек такого возраста, хорошо кому? Первокурсникам, которые поступили в институт, которым сейчас надо адаптироваться к новым условиям жизни. Поэтому, ну, родители должны просто обратить внимание, поддержать и, может быть, даже и напомнить в каком-то случае. Значит, сезон простуд. Витамины, которые принимаются с октября по апрель. Но если часто болеющие дети. То есть повышает защитные функции организма. Здесь еще содержатся, вот видите, пробиотики. То есть в своем составе они еще могут содержать, не могут, они содержат лактулозу и пищевые волокна, которые нашим деткам, как правило, не хватает. Это жизнь наших фастфудов, этого неправильного питания. Все. Очень хорошо после перенесенных заболеваний, когда ребенок принимал антибиотики. То есть витамины с пробиотиками и с лактобактериями, они хорошо именно в этом восстанавливают кишечную флору, потому что это тоже немаловажно. Давайте, значит, двигаться дальше. Витаминочки, которые принимают наши детки, могут принимать 1 раз в день. Ну, забывает 3 раза. Да. 1 раз в день, которые родители могут проконтролировать. Витаминно-минеральный комплекс полностью. И содержание йода, и содержание кальция, содержание железа. То, что, опять же, нам необходимо нашим деткам в период перенесенных заболеваний. Тоже для тинейджеров. Да, для тинейджеров. Повысим иммунитет. Витамины юниор. Значит, это деткам с 14 до 11 лет. Это младшие школьники и школьники средние, значит, уже чуть постарше. Очень хороший комплекс витаминчиков, опять же, для этих деточек. Теперь посмотрим. Витамин очень с хорошим названием. Иммунокидс. То есть опять содержит в своем составе лактобактерии. То есть это то, что уже обогащает кишечник полезными бактериями. Период перенесенных заболеваний для того, чтобы повысить иммунитет.
Видите, какие? Вот такой многообразный получили. Сзади похоже, что это рыбий жир, нет? Нет, это будет... Медвежий. Да, медвежий жир. Скажем, вот такие красивые. В форме мишек, потому что деток порой сложно зайти, привлечь к тому, что давайте, детки, примем витаминчики. А в такой вот игровой форме, то есть, пожалуйста, ребенок очень хорошо это все употребляет. Съешь медведя, или он съест тебя? Да, то есть... Для детей-охотников. Да. Для детей-охотников. Да. У нас, в нашем предприятии губернской аптеки, очень много витамин. Получить хорошую квалифицированную помощь может каждый. Угу. Поэтому мамы, папы, бабушки, дедушки, вспомните о том, что наши детки сейчас находятся в таком стрессовом состоянии. Надо их поддержать. И поэтому приходите в аптеку, покупайте. И есть, конечно, непереносимость каких-то витаминчиков. Ну, там подскажут обязательно. Но здесь уже будет консультация специалиста. Потом пить, скажем так, одну таблеточку сегодня, завтра другую, это, конечно, не поможет. Поэтому употребление должно быть проконтролировано и, конечно, четкое. Регулярное, как минимум. Спасибо. У нас в гостях большое. Была Ольга Воробьева, фармацевт губернских аптек. Спасибо вам большое. Мы хорошо рассказывали, нам даже захотелось съесть витаминки. Хотелось вернуться назад. Вспомните, где мои 12 деточка. Лет? Где твоя супродинкиц? Тогда можно было есть медведи. Мы продолжаем нашу программу. Далее полезная информация. Оставайтесь с нами. Еще много интересного впереди. Партнер программы «Новое утро» – салон-магазин «Лилу». Новое поступление осенних и зимних пальто из шерсти альпака, кашемира и ангоры. Доброе утро, середина рабочей недели. И день нынешний, по обещаниям синоптиков, будет значительно лучше, чем день предыдущий. Прямо сейчас 9 градусов за окошком. Сегодня синоптики обещали, что температура воздуха прогреется до плюс 14 днем. Вечером похолодает до плюс 9. Облачно, небольшой дождь, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды в новом утре – «Восток-сервис». Комплексное решение в сфере охраны труда на вашем предприятии. Как прогнать осеннюю хандру? Зарядить свой организм витаминами? Приготовим что-нибудь витаминное. Все, что нам понадобится, уже на столе. Здесь специальные ножи, овощерезки, в общем, полезные кухонные мелочи. Нарезаем овощи для салата. Я воспользуюсь ножом с непристающим лезвием. Режет очень легко. И главное, ничего не пристает. Для зелени я советую взять нож для салата. Пластмассовое лезвие не взаимодействует с продуктами, а значит, они дольше остаются свежими. Согласись, даже просто красиво нарезанные овощи уже вызывают аппетит. Да, этим и предлагаю заняться. Нарезать овощи будем с помощью волнистого приспособления для резки преста и спиральной овощерезки. Приступаем к фруктовому десерту. Удаляем у яблок сердцевины, режем их на дольки, сбрызгиваем яблоки лимонным соком. Переходим к апельсинам. Нож классный, апельсин очищать очень удобно. А как вы думаете, что это? Очиститель винограда. Одно движение и виноград без косточек. Выкладываем наши фрукты. Сверху листочки мяты и мед. Можно пробовать. Имея под рукой таких помощников, можно каждый день устраивать на кухне для своих близких маленький праздник. Найти все это вы можете в магазинах посуды Тескома. Сейчас Тескома проводит акцию «Тысяча мелочей». Скидка 50% действует на каждый второй акционный товар в покупке. Итак, дорогие друзья, через пару минут поговорим с Михаилом Требиным, с нашим медицинским экспертом, о такой деликатной теме, которую мне довелось анонсировать сейчас – геморрой. Ну а пока переходим к дачным советам у Татьяны Кудряшовой. Да, сегодня мы с ней вместе выбираем лук для посадки под зиму. Со всеми сортами она нас сейчас и познакомит. Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодняшняя тема – лук, который мы будем высаживать под зиму. Посмотрите, у вас луковки как пуговки, а у нас как теннисные мячи. Это лук трой. Вот такой посадочный материал. Я вам уже говорила, что крупный посадочный материал даст много зелени, а вот такой посадочный материал даст вот такие луковички. Это просто замечательный лук. Есть и лук, который полюбили все уже давно. Он самый первый у нас был
предназначен и привезен для того, чтобы сажать его под зиму. Это радар. Тоже слегка вытянутые луковички наводят на мысль, что луковица будет как у центуриона. Ничего подобного. Лук практически круглый, чуть вытянутый. Но луковицы все выровненные, рубашки все очень плотные. И вот этот лук не сбрасывает ни одной рубашки, ну, до самого естественного употребления. Ну, еще один хороший лук – это новый лук. И он тоже займет достойное место на вашем огороде. Это лук Форум. У него очень крупная луковица. Это средняя луковица. Любители крупных луковиц, пожалуйста, помните, еще раз повторяю, из крупного посадочного материала вырастает много зелени и очень толстая шейка у лука, с которой очень тяжело бороться к осени, потому что она не пересыхает. А у такого вот лука среднего, причем он калиброванный, обратите внимание, у него будут крупные луковицы. Значит, прежде чем вообще подойти, взять лук и пойти его высаживать на грядку, запомните, грядку надо вскопать и обязательно внести раскислитель. Такие растения на нашем огороде, как томаты, баклажаны, перцы, помидоры, лук, чеснок, морковь, капуста, они не переносят кислую среду. Им нужно нейтральную среду, нейтральную реакцию почвы, так мы говорим. Поэтому раскислители, доломитовая мука, обязательно просеянная и звездка гашеная, обязательно просеянная зола. Ну, это может быть еще и всевозможные гуматизированные раскислители. И они сработают все очень хорошо. Количество всегда написано на пачке, сколько на квадратный метр нужно внести, либо на сотку. И не надо мне никогда говорить, что «Ой, я же вот так разбрасывала». Нет, девочки, написано один стакан на квадратный метр, значит один стакан. Но не забудьте, что кроме раскисления, под осеннюю перекопку нужно внести удобрения, которые помогут растениям избавиться от лишних проблем, вредителей, например. Ну, такие, как нематода и проволочник, очень боятся сульфата аммония. 2 столовых ложки на квадратный метр под осеннюю перекопку. А перекапывать надо осенью обязательно, потому что все товарищи, которые там зародились, а вы осенью не копаете, они все весной придут к вам в овощи. Запомнили? Копать осенью обязательно. Всего доброго, до свидания. А все ваши вопросы задавайте на телефон горячей линии. Доброе утро. Мы продолжаем такую здорово-познавательную тематику в нашем эфире. И сейчас будем говорить о здоровье и о достаточно деликатном заболевании, о котором многие люди стесняются говорить, стесняются задавать вопросы. Мы будем говорить о лечении профилактики геморроя. И начнем мы наше общение с нашим медицинским экспертом Михаилом Требиным после небольшого сюжета от другого медицинского эксперта, доктора Попова. Вот как он предлагает лечить это заболевание. Вот он. Размер его должен быть примерно как толщина большого пальца. Вот примерно такой. Его нужно очистить, хорошо очистить, не отрывая от ботвы. Затем слегка откусить верхушечку, смочить слюной задний проход и вставить, не отрывая от ботвы. Огурец дает прохладу, влажность и, скорее всего, силу земли. И геморрой проходит очень быстро. Михаил, вот прокомментируйте, пожалуйста. Это, видимо, все-таки как бы... Народные методы лечения геморроя, их много на самом деле. То есть делают свечки, выстругивают из картофеля, изо льда. Одним из популярных методов лечения геморроя одно время было, то есть проглатывание чеснока, небольшой его рожон. Чеснок, мы знаем, не переваривается как бы в организме человека, да, он проходит, обжигает геморроидальные злы. Это один из таких вариантов, то есть механическое вправление плюс как бы охлаждение, да. Ну, наверное, имеет место быть, но все-таки лучше обратиться к более традиционным как бы вещам. Да, здесь доктор Попов на самом деле очень грамотный и умный доктор, но это немножко такая, так сказать, пиаровская акция, привлечение к себе внимания, после которого как бы он и стал известен. Хотя он лечит достаточно богатых и известных людей в Москве, как бы, и лечит достаточно хорошо, и от многих заболеваний, с которыми традиционная медицина не справляется. Это немножко такое промо. Ну, скажите, давайте поговорим об этом заболевании. Вообще, почему оно возникает-то? Ну, само по себе название, оно не очень корректное, то есть возникло во времена Гиппократа, то есть состоит из двух частей, то есть переводится как истечение крови, как бы из прямой кишки. Гиппократ это считал болезнью, то есть осложнением длительного запора, да, то есть когда человек тужится, как бы возникает кровотечение. Но на самом деле, как бы геморрой далеко не всегда проявляется кровотечением, это уже в более поздних стадиях, то есть
Более частые как бы, проявления стресса, с которым сталкивается абсолютное большинство людей, по статистике около 80% в той или иной степени страдают как бы, геморроем, хоть наружным, хоть внутренним. Стадийность тоже может различаться. То есть это обычно зуд и боль. Да? И поскольку заболевание расположено как бы, в интимной зоне да, и проявляется нарушением кровоснабжения, проблема тоже достаточно интимная, и многие люди не обращаются к врачу, и в том числе занимаются самолечением, в том числе как бы, и такими вот, ну, как бы, так скажем, не очень корректными с точки зрения методами. А какая-то профилактика есть, чтобы все-таки не попасть в эти 80%? Либо... на самом деле, как бы осложнение, геморрой, как бы, так скажем, имеет мультифакторную основу, да, причины всего бывают разные. То есть типичные варианты, когда он рецидивирует, выходит как бы в активную фазу, это либо тяжелая физическая нагрузка, у женщин это провоцирующим фактором являются роды, и очень часто рецидивируют там, и поэтому у кого подобные проблемы были, то есть женщинам, которые едут в роддом, я бы советовал сразу с собой взять какую-нибудь противогеморроидальную мазь, потому что очень часто, как бы бывает очень часто, то есть и с первых дней родов, то есть профилактически там 5-6 дней, недельку как бы помазать. Причем мазь предпочтительнее, чем свечки. Свечка бывает достаточно глубоко и далеко проваливается туда, то есть не задевая сами геморроидальные узлы, то есть мази мы можем как бы... более вариативно мазать. Вот. Другое противоположное состояние, то есть это наоборот отсутствие любой физической нагрузки, то есть детренировка мышц происходит, расслабляется тазовая диафрагма, страдают анальные сфинктеры и начинают провисать. Сидячий образ жизни, так называемый. Сидячий образ жизни, да, к которому еще провоцирует что? То есть большое содержание соли в пище, да, то есть давно устанут те люди, которые переедают, то есть страдают геморроем значительно чаще. Поэтому один из путей ликвидации, то есть либо малосолевые, либо бессолевые диеты, то есть овощи и фрукты. Отсутствие большого количества грубоволокнистой пищи и клетчатки, да, тоже один из провоцирующих факторов как бы, геморроидальных. Вот. Из психосоматических факторов самый главный фактор, который приводит к венозному стазу, к застою крови, напряжение тазовой диафрагмы, это страх. Психологи считают его ведущим как бы, фактором. Все остальные факторы, то есть пищевые, перенапряжения нет. Я думаю, что существует какой-то баланс. То есть страх тоже и все-таки как бы, большая физическая нагрузка тоже. Поэтому меры профилактики здесь отсюда тоже такие же. То есть ликвидация состояний, связанных со страхом, любые меры, которые связаны с релаксацией, там, динамические там, медитации, там, массаж и так далее, там, остеопатические процедуры и так далее. Я, например, когда ко мне приходят на сеанс, люди, которые часто страдают геморроем, расслабляют тазовую диафрагму, корректируют поясничный отдел позвоночника, то есть рецидивы либо уходят, либо намного меньше. То есть это тоже как один из вариантов. То есть в крайних случаях, когда имеется выпадение геморроидальных узлов, когда они вываливаются наружу, когда их невозможно самостоятельно вправить, рецидивирующее кровотечение, конечно, безусловно, помощь врача. Врач называется проктолог, который занимается. То есть надо не стесняться как бы ходить, хотя бы там раз-два года как бы проверяться, смотреть. Потому что, мой личный опыт говорит еще в то время, когда работал как бы в государственной клинике и, будучи интерном, молодым врачом, мы тоже в гастроотделениях как бы работали, и ректороманоскопии, то есть обследование прямой кишки как бы обязательно делали всем. То есть, мой опыт говорит о том, что после 30 лет, то есть практически я не видел, так скажем, ни одного интимного отверстия, в котором бы геморроя в той или иной степени не было, либо... в фазе обострения, либо наоборот, в стадии ремиссии. То есть, повсеместно распространенное как бы, заболевание. К сожалению, нам нужно двигаться дальше. Времени остается немного. Вот подводя итог, получается, что можно рекомендовать людям? Это обследование постоянно. Да, то есть надо не стесняться врача. То есть в фазе обострения, то есть постарайтесь подмываться прохладной водичкой, не использовать туалетную бумагу, которая часто бывает плохого качества. Используйте салфетки, те, которые с кремом, которыми вытирает женщины с лица. То есть это одна из мер профилактических. Меньше раздражения. Страх в теле, да. Хорошо питайтесь. Спасибо большое. Будем двигаться. Да, нечего абсолютно. Мы будем двигаться дальше. Большое спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. Прямо сейчас давайте посмотрим, какие новости для нас приготовил Антон Мускус. Новое утро. Интересное в мире.
Итак, очередной выпуск новостей. Начинаем с того, что накануне почти 30 населенных пунктов Богучанского района остались без света. Причиной отключения электроэнергии стала несанкционированная вырубка леса в охранной зоне ЛЭП. Без света остались более 40 тысяч человек в 29 населенных пунктах. Для восстановления электроснабжения были незамедлительно направлены 3 оперативно-выездные бригады в составе 9 человек и 5 единиц техники, укомплектованные спецтехникой, необходимыми материалами, инструментами, средствами связи и горюче-смазочными материалами. После двухчасового отключения подача электричества была восстановлена. И в Красноярске неизвестные расписали припаркованную во дворе машину. Накануне от владельца поступило в полицию заявление. Согласно фотографии, опубликованной в социальной сети ВКонтакте, припаркованный автомобиль Honda был раскрашен неизвестными в районе дома по адресу улица Академгородок, 12. Машина полностью разукрашена красными завитками, сделанными предположительно из баллончика с краской. На крыше, что примечательно, было написано слово, означающее один из видов любовных утех. Что это значит, остается только догадываться. Но я думаю, что это связано все-таки с неправильной парковкой автомобиля. Как сообщают очевидцы, в этом дворе действительно очень тесно. Ну, я думаю, что не только из-за проблем с парковкой возникают пробки на наших дорогах. Давайте сейчас прямо и посмотрим, где есть в данную секунду затруднения. Ника Головина расскажет об этих обстоятельствах. Пробки в новом утре. Всем доброе утро. Как вы знаете, одна из самых обсуждаемых в последнее время тем в нашем городе – это появление платных автостоянок на центральных улицах города Красноярска. Так вот, буквально вчера горсоветом было принято решение перерассмотреть этот проект и выдвинуть его окончательный бюджетный план к 2015 году. А что самое главное для нас с вами – это то, что будет этот проект в финале согласован с жителями Красноярска. Надеюсь, наши пожелания и рекомендации будут учитываться, но как будет развиваться эта ситуация, мы увидим с вами через некоторое время. Ну а как развивается ситуация на дорогах нашего города, мы можем посмотреть прямо сейчас с помощью камер компании «Орион Телеком». И первых на ваших экранах улица 9 мая. Здесь, как вы видите, автотранспорт уже скопился как в направлении центра, так и в направлении Солнечного. Так что переходим на следующий перекресток «Мужество взлетное Шахтеров». Здесь автомобили стоят только на красный сигнал светофора, а в целом ничего не затрудняет проезда в какую-либо из сторон. Улица Партизана Железняка. Здесь уже образовался плотный поток транспорта в направлении центра до остановки «Зенит». Также затруднены съезды с улиц Октябрьская и Аэровокзальная. Переходим на кольцо Предмостной площади. Оно, в принципе, загружено автотранспортом, но машины здесь не останавливаются, продолжают свое движение и легко выезжают на коммунальный мост, где тоже движение пока что сохранено. Камеры на ваших экранах немножко подвисают, но следующая улица уже будет Копылова, Лада Кицкавель и Красной Армии. Здесь уже образовалась пробка на улице Лада Кицкавель и Красной Армии вместе сужения дорог, как и всегда. Вот такая ситуация на дорогах нашего города прямо сейчас. На улице пошел дождь, прохладно, так что берите с собой зонтик. Ну а для тех, кто планирует приобретать валюту, курс доллара сегодня составляет 38 рублей 66 копеек, он вырос на 9 копеек. А курс евро составляет 49 рублей 69 копеек, он вырос на 8 копеек. Увидимся с вами через полчаса. Доброе утро, мы продолжаем. Мы продолжаем еще вспоминать о тех событиях, которые произошли в эти выходные. В воскресенье случился большой пожар, и в нашу редакцию вчера поступил звонок с предложением, которое нам бы хотелось озвучить. Предлагается бесплатная помощь, психологическая помощь погорельцам дома на Шахтеров, и эту бесплатную психологическую помощь готовы оказать по следующему адресу. По адресу улица Тамбовская, 11А, остановка «Шинный завод». Также можно позвонить по телефону 260 62 83. Звоните, бесплатная психологическая помощь, ну, возможно, кому-то действительно необходима. Пользуйтесь этой услугой, если вам это интересно. Ну и продолжаем нашу программу. Вот какой темой. Ребят, вы вот на прическу утром сколько времени тратите? Меньше, чем Татьяна Ушакова, точно. Роман? Я не знаю, я помыл голову и так вот пригладил рукой, и все.
О, ты как рэпер, ну, да? Ну никак, я вот все время что-то питерное. Такое вот нарисовано у тебя. Не, у меня на это уходит там 40 секунд. У меня примерно та же ситуация. Моешь голову, потом так вот хоп. Ну, подождите, у меня меньше, у меня одна секунда. В общем, да вы модники, да, ребят. Существует мнение, что мужчине не обязательно следить за собой. Это все полнейшая ерунда, конечно же. Особенно людям, у которых правое полушарие развито. Тратить все утро на укладку – это перебор. Перебор. А вот сделать стрижку модную, которая укладки вовсе не требует, сразу, чтобы ты проснулся, сполоснул и готово. Да. Это совсем другое дело. Именно о таких стрижках будет у нас следующий сюжет. Стрижка посмотрим. Бондарчука. Посмотрим. Здравствуйте, уважаемые мужчины, милые барышни. Меня зовут Павел, это Денис. Привет. И мы вместе будем рассказывать вам о мужском стиле. Сегодня мы говорим о самых модных и актуальных стрижках этой осени. Стрижка номер раз. Классическая стрижка выполняется очень легко. Сбоку и затылок сантиметров 5, а вверх либо зачесываем назад, либо в сторону. Самое главное в этой стрижке, дорогие друзья, это не переборщить с укладкой, так как если вы используете очень много укладочного средства, то вы будете похожи на сладкого гарвардского мальчика. Стрижка номер два. Эта стрижка называется undercut. У нас будут короткие виски, короткий затылок, и длина наверху варьируется порядка там, 7-6 сантиметров. Изначально машинкой выводим вертикальные плоскости, плоскости именно стрижки. Это, в принципе, такая основа, от которой мы потом будем отталкиваться. Мужчинам обычно мешают все, что отрастает над ушами, на бакенбардах, поэтому старается делать более короткие виски для того, чтобы как можно дольше проходить, для того, чтобы не мешало. Укладка достаточно проста. То есть в день там, после пробуждения занимает, ну, после того, как ты помыл голову, занимает не более там, 5 минут. Сейчас мы будем верхнюю зону прорабатывать бритвой. Она создает определенную текстуру и гораздо лучше укладывается. Сегодня мы с Женей будем делать пробор. Пробор помогает гораздо лучше отделить зону, то есть уже не париться, а просто по пробору зачесал, и с ним становится проще выглядеть, достаточно круто и стильно. Сушим мы обычно достаточно просто, то есть с феном никаких особых там укладок, а лишь бывает так, что эту зону сушим против роста волос, для того, чтобы она легла так, как нам нужно. Стрижка номер три. Название не имеет, но очень эффектно смотрится. Что же это за стрижка такая, спросите вы? Обычные длинные волосы. Мы привыкли, что их носят либо рокеры, либо мужчины нетрадиционной ориентации. Но, друзья, есть один выход. Берем длинные волосы, собираем их в пучок на затылке, оформляем часть возле висков. И оформляем бороду, и у нас получается очень интересная, актуальная, модная стрижка. Будьте пионерами мужского стиля. С вами был Павел, Денис. Смотрите нашу рубрику. Всем пока. Сегодня у нас среда, середина недели, и так уж получилось, что сегодня самый здоровый день в нашей программе. Вот и сейчас мы приветствуем наших гостей. У нас в гостях Виктория Безрутих, это директор по развитию фитнес-департамента фитнес-клуба «Ред». Да, а также, здравствуйте, доброе Виктория. Утро. Доброе также утро. Позвольте, я представлю представителей команды инструкторской, Николай Грушевский и Эльвин Мамедов, люди, которые будут нам помогать заниматься фитнесом сегодня. Так. Здравствуйте, парни. Среда не в, здоровый не в плане, огромный день такой, длинный. И это тоже. А он действительно посвящен здоровью. Сегодня говорим мы о спорте. Виктория, здрасте. Еще раз. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Скажи, пожалуйста, что такое РЭД? РЭД – это фитнес нового измерения. Мы привезли этот необычный формат из Европы. Ежегодно мы отправляемся на международный фитнес-конгресс в Европу, где со всеми топовыми профессионалами обсуждаем различные новинки. И вы знаете, все очень удивляются, что мы завезли этот необычный фитнес-формат в Красноярск. И не в Москву, а именно в глубинку Сибири, в Красноярск. Такого нет в России. То есть это первый город, наш город, это первый город на территории Российской Федерации, где такая технология будет использоваться. Да, конечно. Вот почему хотели Красноярск столицей сделать. Да. А что есть такого необычного, чего нет у других, но есть вот именно у вас? Что это такое?
Клуб уникален сам по себе. Ну, во-первых, это новый фитнес, это умный фитнес. Человек сам управляет своим фитнесом. Это современный фитнес, современный дизайн, интерьер, стиль. Это необычная планировка, это круглосуточный режим работы, это терминал программ, где клиент сам может распечатать себе индивидуальную программу. Но это в следующем выпуске. Да, хорошо. И это, конечно же, кибертренинг. Вот как раз сегодня я хотела бы подробнее о нем рассказать. Вот, да, будьте, пожалуйста, любезны, расскажите поподробнее, что такое кибертренинг. Кибер, да, кибер. Идея проста на самом деле. Кибертренинг – это когда тренер управляет с виртуальной видеостены всем занятием. Это, опять же, умный фитнес. Тренер – это программа или это живой тренер, просто в другом помещении? Это электронный фитнес. Электронный. Да. Тренер находится в крупномасштабной видеостены, но создается эффект присутствия. Ну, хочется сразу уже приседать. Да, буквально как вот у нас в зале персональные тренера. Наши постоянно вас мотивируют, постоянно вам подсказывают, и они всегда вместе с вами. Это профессионалы своего дела, которые направляют нос в видеостены. А они видят то, что я делаю? Вдруг он мне что-то говорит, а я лег и лежу и слушаю, и ничего не делаю. Мы все за вами наблюдаем. Наблюдают, да? Но, да, тебя током бьет, когда для меня очень важно, чтобы на меня прикрикнули в нужный момент, чтобы я, да, давай, последний раз, ну. Тоже в зале постоянно находятся фитнес-консультанты, которые под пристальным вниманием наблюдают за каждым из клиентов. Потому что самое важное для нас – это получение результата каждого человека, который к нам приходит. Тогда давайте получать результат. Давайте, вот сейчас. Да. Мы можем сейчас что-нибудь попробовать, да, или посмотреть? Да, конечно, конечно. Пожалуйста, приглашаю вас на виброплатформу. На виброплатформу. Можно я на виброплатформу встану? Да. Я возьму, да, все-таки планшет с полу. А что с ней надо делать? Николай, покажи упражнение. Да, конечно. Так. Ставим руки. Так, ставьте. И приседаем. Приседаем. Ничего, а где кибертренер? Нет, ты приседаешь. Вы чувствуете вибрацию? Да. И опускаемся. Опускаемся? Напрягаются мышцы ног, спины и руки. Даже у меня глаза полунапрягаются. Это уникальный тренажер. Программы от программ реабилитации до высоких профессиональных спортивных программ. Так, ребята, кто-нибудь хочет? Или на велосипед можете седлать? Сайкл, опробуйте сайкл. Это также два зала кибертренинга, где кибертренера учат вас различным направлениям. Здесь есть практически стремена. Там есть ремешки, да. Антон. Это чтобы не улететь, да, во время больших скоростей. Ой. Чтоб ты не сбежал, не просто защелкивать, и ты весь день прикован к этому велосипеду. Кручу, верчу, верчу. А, не зашла? Ой. Опа. Ага, вот так. И более... Катафотиков не хватает. И вот такой штучки. Принь-принь. Звоночечка. Более того, у кибертренинга есть ряд преимуществ перед... Да, перед живым тренером. Во-первых, у кибертренера нет отпусков, нет больничных. У кибертренера нет выходных, он постоянно находится вместе с нами. Виктория, а он называет меня по имени? Вы знаете, и такое возможно. Такое тоже возможно. Василий, давайте. Да, спасибо. Семен, поехали. Также начинаем. Кибертренер, он просто не устает. Он всегда эмоционален, он всегда вас мотивирует. Я точно он всегда заряжает вас энергией. И удобная программа циклических тренировок дает вам возможность попасть абсолютно на любой класс в удобное для вас время. Вам не нужно подстраивать свою жизнь под фитнес. Фитнес подстраивается под вас. Это прекрасно. Антон доехал уже до улицы Высотной примерно. Да нет, я себе телефон заряжаю просто. Угу, скажите, а что помимо тренажеров у вас есть? Вот есть там кафе здорового питания, например, или там какой-нибудь мини-бассейн, сауна? Да, в проекте у нас финская сауна, фреш-бар со всеми здоровыми напитками. Также у нас огромнейший тренажерный зал с разделением по целям клиента. Это зона гипертрофии, набор мышечной массы, это зона жиросжигания и зона функционального тренинга. Также есть дополнительно два зала кибертренинга. Это зал экспресс-тренировки, где вы работаете по циклу. Минуту работаете, полминуты отдыхаете. И зал бокса. Там у нас тоже есть кибертренинг. Вы можете отработать любой удар. Вы можете отработать... Сдача. Ну, вы знаете, персональный тренер.
Александр поможет организовать. Да, хорошо. Спасибо огромное. Если вы начнете бить экран, то персональный тренер вам даст задачи. Ну что ж, Антон возвращается с улицы Высотная. Я при помощи этого велотренажера могу сделать то, о чем мечтал в детстве. Мам, пап, смотрите, без рук! А потом, мам, пап, без зуба! Итак, у нас в гостях были представители клуба Red, фитнес-клуба Red. Это Виктория Безруких, директор по развитию фитнес-департамента фитнес-клуба Red. Спасибо большое, ребят, что пришли к нам этим утром. Мы продолжаем нашу программу гороскопом. Совершенно верно. Партнер программы «Новое утро» – салон-магазин «Лилу». Новое поступление осенних и зимних пальто из шерсти альпака, кашемира и ангоры. Всем доброго утра желаем мы. Вместе с нами желает вам доброго утра еще и Татьяна Кудряшова, но которая... Не доброго утра, но и хорошего урожая. Которая готова поспешить на помощь к вам. Лично к вам. Здесь сейчас, может быть, заиграет какая-нибудь веселая мелодия специальная, но или даже давай, без давай, музыки мелодию. Расскажем. Мы хотим, да, рассказать вам о том, что вы можете стать участником программы «Тетя Таня спешит на помощь». Пишите нам о своих дачно-огородных проблемах, рассказывайте, делитесь по адресу utrosobaka.tvk6.ru. Можно это делать, это электронный адрес электронной почты. И, возможно, именно к вам приедет съемочная команда вместе с Тетей Таней и разберутся, помогут. Научат, да, и покажут. Дельным советом, прямо не с экранов телевизоров, а на личном примере тетя Таня приедет и скажет, что у вас не так, а что у вас так. И, может быть, себе какой-нибудь ваш совет возьмет на заметку. И в общем, будет делиться другими. Да, делитесь с нами вашими проблемами, если они у вас есть. Пишите на utrosobaka.tvk6.ru. Мы продолжаем. Сейчас для, опять же, дачников, опять для тех людей, которые строятся сейчас где-то за городом, да, следующий сюжет. Да, для людей, кто задумался о том, как построить свой собственный дом. И более того, для людей, которые сейчас уже поставил каркас дома, но еще не постелил пол. Именно об этом пойдет речь в нашем следующем сюжете. Шов плотный, в принципе, запенивать не обязательно. Ну, для профилактики можно тонким слоем пройтись. Холод не пройдет, монтажная пена не оставит ему ни одного шанса. Первым этапом устанавливают обвязку из брусов и разбивают на секции. Затем монтажной пеной устраняют зазоры. И, наконец, настает очередь утеплителя. Каждый новый слой должен перекрывать место стыка предыдущих. Для того, чтобы приступить к этой работе, нужно выбрать себе готовый проект. Желательно, чтобы все было просчитано. Уже заведомо не совершать ошибок сложных. Работу, в принципе, можно выполнить своими силами, своими руками. Но, опять же, нужно иметь знания. Некоторые хотя бы представление иметь. Мастера советуют не пропускать следующий этап – покрытие пленкой. Если этого не сделать, в утеплитель может попасть влага и пол начнет промерзать. Оптимальный вариант по соотношению цена-качество, говорят специалисты, – минеральная плита. Но есть и другие виды утеплителя. Такой утеплитель, как Аковат, он наносится механическим способом, то есть самому его не получится наносить. Для этого нужно будет вызывать специалистов. Есть пенопласт. В принципе, тоже хорош, но два минуса. Не дышит и грызуны его очень любят. Есть еще пенопропилен. Дорогой способ, но хороший, качественный. То есть его в основном используют в Штатах. То есть методом нанесения, он как монтажная пена, только более объемистый. Он закрывает все щели. За кубометр минеральной плиты отдадите 1500 рублей. Самый дорогой вариант – пенопропилен – стоит 3-4 тысячи, а самый дешевый – пенопласт – 1000 рублей. Но эксперты не советуют экономить на утеплителе, как бы ни пришлось платить дважды. Больше и больше в окрестностях Красноярска строятся вот таких домов, целых коттеджных поселков. Mm-hmm. И мне кажется, расширяемся. Город растет, и в скором времени, наверное, не знаю, Абакан и Красноярск так вот где-то да объединятся, случится это в районе Новоселова, возможно. Я думаю, тогда городские выпуски новостей будут идти не как сейчас полчаса, а, допустим, часа два с половиной. Для но того, пока... Пока есть возможность сделать это лаконично, самое интересное, самое удивительное для вас приготовил Антон Москус и готов рассказать об этом прямо сейчас. Новое утро. Интересное в мире. Доброго
Доброго утра всем. Поговорим о мировых новостях. В ближайшие несколько минут военно-воздушные силы США нанесли ракетно-бомбовый удар по двум десяткам объектов на территории Сирии. Целью налетов стали места скопления боевиков в группировке «Исламское государство». По данным СМИ, уничтожено несколько десятков экстремистов. Данное видео попало в распоряжение канала Russia Today. На нем предположительно запечатлены бомбардировки. По разным данным, жертвами стали от 30 до 50 человек, среди которых несколько мирных жителей. А вот с виду мирные буддийские монахи оказались оборотнями в рясах. Камбоджийские полицейские арестовали двух монахов, которые употребляли метамфетамин. При обыске в комнатах 19- и 36-летнего мужчин были обнаружены алкоголь, наркотики и презервативы. Обоих священнослужителей лишили сана. Вместе с монахами были задержаны две женщины, которые предположительно занимались распространением запрещенных веществ. Все четверо употребляли наркотики в комнате священнослужителей на территории монастыря. На постоянный шум, доносившийся из комнаты, пожаловались другие монахи. Тест на наркотики, проведенный сотрудниками правоохранительных органов, подтвердил, что монахи употребляли метамфетамин. Ну и интересный факт, что одного из них уже отлучали от его сана несколько лет назад, но потом все-таки вернули, что называется, под честное слово. Переходим к музыкальным новостям. Легендарная британская группа Pink Floyd после 20-летнего перерыва выпустит новый альбом. Релиз состоится 10 ноября, говорится в анонсе на официальном сайте группы. Ранее сообщалось, что выпуск этого альбома состоится в октябре, но его чуть-чуть перенесли. В альбом под названием The Endless River посвящен скончавшемуся в 2008 году клавишнику группы Ричарду Райту. Войдет в него 17 инструментальных композиций и песня Louder Than Words, текст которой написала жена гитариста группы Дэвида Гилмора Полли Сэмпсон. Как сообщили музыканты, новый альбом они составили из материалов, записанного совместно с Райтом в 1993 году альбома The Division Bell. На обложке альбома изображен мужчина, плывущий в лодке по реке из облаков. Концепция обложки для альбома была разработана 18-летним художником компьютерной графики из Египта Ахмедом Эмадом Элдином. Ну а что происходит в Красноярске на дорогах нашего города, прямо сейчас расскажет Ника Головина. Пробки в Новом Утре. Всем доброе утро, на улице тепло, и я вам хочу сказать, что уже светло на улице. Конечно, не до такой степени, чтобы брать с собой солнцезащитные очки, но тем не менее, можете приборы ночного видения оставить дома. Но за последние 20 минут, могу вас расстроить, произошло уже 4 аварии. Одна авария на улице Грутова-Затонская, другая на улице Красной Армии Профсоюзов, на улице МРЧК в районе остановки «Космос» и на улице Глинки. Ну а что происходит на главных улицах нашего города, давайте посмотрим с помощью камер компании «Орион Телеком». И первая на ваших экранах — улица 9 Мая. Здесь уже образовался плотный поток транспорта как в сторону центра, так и в сторону Солнечного. Следующая улица – это улица, перекресток улиц Мужества, Взлетная и Шахтеров. Здесь автомобили скапливаются только и стоят только на красный сигнал светофора, и в целом движение здесь ничем не затруднено. Так что переходим на улицу Партизана-Железняка. Затруднены съезды с улиц Октябрьская и Аэровокзальная на данную улицу, и также уже образовалась небольшая пробка в направлении центра. Переходим же на правый берег. Камеры вам не показывают, но на улице Матросова уже огромная пробка в направлении кольца Предмостной площади и в направлении левого берега. Так что здесь можно простоять очень долгое время, потратить очень много времени. Сам проспект Красноярский рабочий загружен только вместе съезда на кольцо Предмостной площади. Само же кольцо Предмостной площади, оно загружено транспортом, но автомобили здесь не стоят, движутся и легко съезжают на коммунальный мост. И последние улицы, перекресток улиц, который расположен прямо за мной, это улицы Лады Хисковели, Копылова и Красной Армии. Здесь уже автомобили скопились на улице Лады Хисковели, и уже образовалась пробка на улице Красной Армии вместе сужения дороги. Как и всегда, в это время, в этом месте. Ну а для тех, кто планирует сегодня приобретать валюту, курс доллара составляет 38 рублей 66 копеек. Он увеличился на 9 копеек, а курс евро составляет 49 рублей 69 копеек. Он увеличился на 8 копеек. Желаю вам удачного дня и дорог без пробок. Доброе утро, говорим доброе мы всем. Утро, говорим мы всем. Антон, говорит доброе утро. Да, доброе утро. Доброе утро.
и возможности. Да, кто говорим, здесь? Говорим нашему домашнему эксперту, человеку, который может победить в доме все. Любую пакость, гадость, пятнышко. Наталья Глушкова, доброе утро. Доброе утро. Я, да, на самом деле я за ними, за этими гадостями и охочусь. Но сегодня у нас прекрасная тема. Мы сегодня... Живопись. Живопись, да. У нас сегодня картина маслом. Эту картину мне написала 10 лет назад. Ну, примерно, да. Написала мне моя подруга Инга. Большое ей спасибо. Годы идут, картина осталась. Она в хорошем состоянии. Благодаря чему? Благодаря уходу. Значит, как ухаживать за картинами, написанные маслом? Во-первых, чего боятся такие картины, такие изделия? Всего, это... мне кажется, во всех галереях, а не за стеклом вообще. Вот за стеклом это на самом деле создает парниковый эффект, поэтому я бы в домашних условиях не рекомендовала под стекло делать эти картины. Знаете, рамочку, да, сверху надевают? Да, не должно быть прямого солнечного света, свет должен быть рассеянным, так сказать. Это важно. Очень боится перепада влажности очень большого, поэтому И также обогревательных приборов. И частых просмотров. Нельзя смотреть на картину. Надо смотреть, надо любоваться, нужно заряжаться положительной энергией. Но есть очень противные мухи, которые садятся на картину и оставляют свои следы. Особенно если мед нарисован на картине, то мухи сразу садятся. Вот как с этим бороться? Значит, сегодня у меня рядом трое молодых, красивых, сильных мужиков, поэтому надо их использовать. Да, позовите их, Роман, пожалуйста. Значит, заходите, ребят. Значит, первая задача будет, это нужно натереть лук на терочке. Крупно. Неважно, нам нужно будет получить сок от лука, поэтому как хотите. Он может выжать просто, он сильный мужик. Да, и нам понадобится яйцо. Мы отделяем желток и белок. Как быстро это делаете? Я когда первый раз это сделал, я был в восторге. Да? Я думал, что это... Хочется весь день потом. Кто в восторге, тот взбивает белок. Да нет, я взбью. Так, значит, для чего мы это делаем? Да, хороший вопрос. Луковый сок, а вот все, хватит. И не плачь, да? Ты посмотри, уникальный мужчина. Чтобы приготовить яичницу, наверное, и любоваться картиной. Вот, значит, нам достаточно, на самом деле, сейчас, нескольких капелек. Картина небольшая. Мы будем протирать картину? Да, мы будем луковым протирать соком. Картину Наталья, луковым соком. Наталья, до какой консистенции взбить яйцо? Яйцо должно маленечко покрыться пеночкой. Значит, мы не трем, промокаем. Ни в коем случае, да. Мы вот такими поступательными движениями протираем картину. Надо особенно те места, где уточку вот протереть. Само масло, видите, оно такое с густочками. Вот. Посмотрите. Я теперь понял, почему смотришь на картину и плачешь. И плачешь, да. На самом деле, она просто протерта луком. Вот, протерта луковым соком. А не стирается ничего там? Нет, ничего утка не стирается. Не мало того, на ватном диске. Мало того, утка не останется. Мало того, после лука утка мы будем еще обрабатывать просто-напросто водой. То есть мы будем смывать этот луковый сок водичкой. Подожди, а и по большому счету, не смоем. И по большому счету это можно даже сделать такой проточной водой, так скажем. То есть большие картины, разумеется, обрабатываются влажной губкой. То есть мы не можем ее под струю воды поставить. А вот данную картину мы даже можем опроснуть. Да ну, серьезно? Серьезно. Не жалко? Да нет. Вот ничего не будет. Вот так с подарками друзей. Я ухаживаю за ней 10 лет, за этой картиной, и она у меня... За эти 10 лет она 7 раз поменяла пейзаж. Наталье подарить телефон. Улетели одни утки, прилетели другие. Ну, слушайте, влажно, значит, она смотрится еще ярче и блестяще. Как будто прошел дождь. Да. В домашних условиях, конечно же, мы ждем естественного высыхания. А здесь мы покажем, так сказать, обработку ускорим фрагмента. Да. Как у нас давайте яйцом теперь еще. А вот с яйцом как у нас там дела обстоят? О, великолепно. Все, в пенку уже у нас яйцо превратилось. Ты уже съел половину. Ай да, молодец. Значит, теперь мы обрабатываем ватный диск белком яйца. И также поступательными движениями, да, промакиваем саму картину. А луковый сок они не будут там конфликтовать? Если... Нет, не будут. А потому что, во-первых, мы водой смыли, это раз. Во-вторых, луковый сок, он достаточно активен для загрязнения и безопасен для непосредственно краски. Поэтому все прекрасно мы это делаем. Яйцо для чего? После высыхания, вот каждый раз, когда я мою, допустим, картину, после высыхания, разумеется, это же перепад температуры и влажности. То есть теплая вода, она так или иначе мокрая. Чтобы краски сцепились, опять же, между собой. То есть эти красящие вещества. Да, вот наверняка вы были в галереях художественных, и когда подходишь близко к картине, которая написана маслом, которая несколько сот лет, она как будто на пазлы разбита. Это именно вот эти красящие вещества между собой, они уже потеряли эту связь. Это морщинки у картины. Да. То есть вот эти трещинки мы, по большому счету, предотвращаем обработкой
белком яйца. А, это своего рода такой крем получается. Да, да, увлажняющий крем. Косметическая процедура. Совершенно верно. И ваши картины дома будут. Также можно обрабатывать корешки очень старых... Гиалуроновой кислотой. Очень старых книг. То есть, если у вас есть дорогостоящие издания, то, в принципе, можно таким же образом, ну, как бы... саму книгу обрабатывать. То есть именно те поверхности, которые были подвержены там световому излучению и так далее. Ага, Наталья, скажите, а это для всех вот материалов подходит? Или, ну, холст масло? Ну, вот холст маслом только здесь, вот гуашь и так далее, другие техники. Возраст картины имеет значение? Может, у кого-то залежался дома подлинник, там, не знаю, Микеланджело? Рембрандт. Если прямо подлинник, то, конечно же, лучше обратиться к специалисту, и будет профессиональная очистка. У них там несколько другая технология. Мы рассказываем именно про те вещи, которые в быту легко используются, и вам непосредственно пригодятся. Спасибо большое. Ваша фишечка. Я думаю, ваша подруга Инга счастлива видеть, что ее картина в таком прекрасном состоянии. Да. Да, под яйцом и луком. Наталья Глушкова, эксперт по домоводству, была у нас в гостях. Продолжаем программу и любуемся картиной. Да, можно я промакиваю? Если вы собираетесь дарить деньги, не покупайте конверт для денег, ведь сделать его своими руками проще простого. Главным образом для изготовления конвертика понадобится 4 больших круга, вырезанных из цветного картона. Блюдце будет идеальным шаблоном. Все кружочки придется сложить пополам. Прикладываем заготовки друг к другу таким образом, чтобы получился квадрат, а затем склеиваем их между собой. Получившийся конверт можно использовать и в качестве открытки. После того, как внутри вы написали пожелание, вкладываем ценное содержимое, закрываем и завязываем атласной лентой. Для пущей декоративности на внешней стороне делаем штемпельный отпечаток. И все, конверт можно вручать. Продолжаем нашу программу и продолжаем мы полезной и очень такой, мне кажется, доброй, хорошей информацией. К нам вчера... В редакцию, да, нашей телепрограммы поступил звонок с предложением, о котором нам бы хотелось сейчас в прямом эфире рассказать. Бесплатная психологическая помощь погорельцам дома на Шахтеров готова оказать по адресу улица Тамбовская, 11А, остановка Шинный завод. Есть телефон, по которому можно позвонить. Антон? 20-06-283. Или можно по-другому. 262-83. Вы его видите сейчас на экранах. Позвоните туда. Если вам действительно нужна психологическая поддержка, там ее вам окажут бесплатно. Вот. Да. Здесь мы сейчас небольшой передав микропаузу. Ну а теперь продолжаем. И дальше еще много полезной и хорошей информации в нашем эфире. Партнер программы «Новое утро» – салон-магазин «Лилу». Новое поступление осенних и зимних пальто из шерсти альпака, кашемира и ангоры. Продолжаем говорить о здоровье в нашей программе сегодня, друзья. Да что ж такое? Тан-таран-тан. Как будто бы мы все больны, но нет, вот эта штука, она действительно очень классная. Да, роликовая массажная накидка Fit Studio, которая легко устранит у вас, коллеги, чувство усталости и напряжения мышц спины и поясницы. Есть такое чувство? Да. Покажем. Садись. Если очень много времени проводишь на ногах, ну, в нашем случае 2,5 часа сегодняшних, то можно обзавестись такой штукой. Я пока расскажу, что происходит, пока вы на ней будете сидеть. Ролики, которые там спрятаны внутри, целенаправленно массируют верхнюю или нижнюю часть спины, вот или, более того, всю спину. Простое и удобное управление. Вот ты, Антон, держишь в руках пульт управления. Оно удобное и простое. Ты же видишь это? Вот я включил. Сядь, смотрите. Сядь и ощути. Шевелешь пошел. Да. Вот я кладу руку. Вот, видно? В жесткий корпус встроена механика для регулировки массажных головок по вертикали. Роликовую массажную накидку Fit Studio можно использовать практически на любых стульях, диванах и даже на таких высоких стульях, как у нас в студии. Ну что, Антон? Как мышцы спины? По мне ползут несколько животных, кажется. Правильно. Это знаешь... Антон, стряхни тарантулов, а теперь как? Ой, остановилась.
Все верно. Авторежим, сейчас будет что-то другое происходить. Пока вы включаете другой режим, я еще расскажу, что эту роликовую массажную накидку можно использовать и дома, и в автомобиле, и в офисе, потому что она легкая, компактная и легко переносится с места на место. Я хочу обратить... Да, можно обратить ваше внимание на пульт, который как должен выглядеть настоящий новый пульт в целлофанке еще пока. Здесь навсегда он должен там остаться. Здесь есть человечек нарисованный и указаны точки. Что сейчас, спина или... воздействия. Не туда уже. И можно какие-то конкретные сектора вашей спины, поясницы обрабатывать индивидуально. Там есть функция ударить током. Сейчас попробуем найти. Нет, такой функции нет. Такой функции нет. Правильно, потому что это роликовая массажная накидка, которая только устраняет усталость и напряжение. Ой-ой-ой. Током не бьет. Нет. Начало массировать нижние полушария. Ну что ж, хорошо, давайте двигаться дальше в нашей программе, пока... Где Антон... можно взять, расскажи эту штуку. Я думаю, что в телемагазине. Да, внизу экрана вы можете видеть телефон 244-40-10, сайт shop.tvk.ru. Доставка бесплатно. Увеличивает интенсивность сейчас. Антон, увеличивает интенсивность. Я пока расскажу, что далее мы двигаемся в нашей программе, расскажем сейчас сюжет о мужских прическах. Говорят, что самые хорошие мужские прически – это те, которые не надо утром долго укладывать. Вот, Антон, в нашем городе наверняка есть такие салоны, где тебе делают прическу и включают вот такой режим массажа. Нет, это же максимальный. Давайте посмотрим, так ли это. Здравствуйте, уважаемые мужчины, милые барышни. Меня зовут Павел, это Денис. Привет. И мы вместе будем рассказывать вам о мужском стиле. Сегодня мы говорим о самых модных и актуальных стрижках этой осени. Стрижка номер раз. Классическая стрижка выполняется очень легко. Сбоку и затылок сантиметров 5, а вверх либо зачесываем назад, либо в сторону. Самое главное в этой стрижке, дорогие друзья, это не переборщить с укладкой, так как если вы используете очень много укладочного средства, то вы будете похожи на сладкого гарвардского мальчика. Стрижка номер 2. Эта стрижка называется Undercut. У нас будут короткие виски, короткий затылок, и длина наверху варьируется порядка там, 7-6 сантиметров. Изначально машинкой выводим вертикальные плоскости, плоскости именно стрижки. Это, в принципе, такая основа, от которой мы потом будем отталкиваться. Мужчинам обычно мешают все, что отрастает над ушами, на бакенбардах, поэтому стараются делать более короткие виски для того, чтобы как можно дольше проходить, для того, чтобы не мешало. Укладка достаточно проста. То есть в день там, после пробуждения занимает, после того, как ты помыл голову, занимает не более 5 минут. Сейчас мы будем верхнюю зону прорабатывать бритвой. Она создает определенную текстуру и гораздо лучше укладывается. Сегодня мы с Женей будем делать пробор. Пробор помогает гораздо лучше отделить зону, то есть уже не париться, а просто по пробору зачесал. И с ним становится проще выглядеть, достаточно круто и стильно. Сушим мы обычно достаточно просто, то есть феном никаких особых там укладок. А лишь бывает так, что эту зону сушим против роста волос, для того, чтобы она легла так, как нам нужно. Стрижка номер 3. Название не имеет, но очень эффектно смотрится. Что же это за стрижка такая, спросите вы? Обычные длинные волосы. Мы привыкли, что их носят либо рокеры, либо мужчины нетрадиционной ориентации. Но, друзья, есть один выход. Берем длинные волосы, собираем их в пучок на затылке, оформляем часть возле висков и оформляем бороду. И у нас получается очень интересная, актуальная, модная стрижка. Будьте пионерами мужского стиля. С вами был Павел, Денис. Смотрите нашу рубрику. Всем пока. Доброе утро, говорим мы всем. Продолжается наша программа. И сейчас Антон Москус покажет нам картинку. Да не то чтобы картинку. Нам пришло смс-сообщение. Пришло. Как раз-таки вот про это, про речевые ошибки нашей ведущей пробок. Но не совсем. Нам сообщают наши зрители, что правильно говорить «ладо кисхавели». А вот ладо и нет. «Ладо кисхавели». Посмотрите, пожалуйста, вот сюда. «Кисхавели». Ладо. Ладо. На букву А ударение в имени этого человека.
Это грузинское имя. Это деятель революционного движения в царской России. И в Красноярске улица имени Ладо Кицхавели, а не Ладо. Понимаете? Антон, спасибо тебе огромное. Понимаете, да? Ты сейчас сделал тысячи красноярцев. Это так же, как Тотмин. Образование. Тотмин. Улица Тотмина, кстати, да. Летчик Тотмин. И так же, как Академгородок. Да. Вот, она же, пишет, что его, это не Лада, академ, это вообще академ мужчина. Ну, каждое утро говорят улица Лады Хисхавели. Не Лады говорят, а Ладо. Ладо Хисхавели. Что ж, спасибо Ладо. Большое. Я надеюсь, что мы разобрались с этим маленьким недоразумением. Сейчас прямо давайте посмотрим. Гороскоп. Что на день сегодняшний обещает звезды. Посмотрим гороскоп прямо сейчас. Спасибо. Улыбнитесь новому утру. С вами гороскоп. Овны. Дневные часы подходят для отдыха, творческой деятельности, а также для любовных авантюр. Все ваши инициативы обещают успех. Тельцы. Атмосфера в супружестве может накалиться. Возможны столкновения по чисто бытовым вопросам, либо ссоры из-за подозрений и ревности. Близнецы. Важна разборчивость в контактах. В этот день нежелательно иметь дело с сомнительными особами и связывать себя долгосрочными обязательствами. Раки. Держите любимого человека в курсе своих планов. Старайтесь не преподносить ему сюрпризов, даже приятных. О встречах с друзьями лучше договоритесь заранее. Львы. Старайтесь относиться к критике спокойно и помните, что иногда очень полезно взглянуть на недостатки с другой точки зрения. Девы. В случае плохого самочувствия имеет смысл взять выходной. Вам будет полезен домашний отдых и отвлечение от каждодневных обязанностей. Весы. В конце дня у вас будет достаточно свободного времени. Вы получите возможность расслабиться, сходить в гости к друзьям или посетить многолюдную вечеринку. Скорпионы. Вас ждет день значительных и позитивных перемен в личной жизни. Он также может быть связан с исполнением тайных желаний. Стрельцы. Настроение сегодня обещает быть жизнерадостным. А в новых делах, которые вы сегодня начнете, можно ожидать первых положительных результатов. Козероги. Многие из вас озабочены вопросами своих отношений с окружающими. И эта тенденция заметна как в личной сфере, так и в деловой. Водолеи. Надеяться на честность партнеров в этот день не стоит. Гораздо важнее развить собственное умение чувствовать людей, разбираться в их тайных намерениях. Рыбы, сегодня вам не стоит игнорировать послание интуиции, а вот сплетням и слухам доверять не стоит, особенно вечером. Доброе утро, говорим мы всем, кто проснулся совершенно недавно, и хотим сказать вам, везет же, что вы можете так поздно просыпаться. А не в 4:30, но зато, если вы только что проснулись, не забудьте полить то, что растет у вас на подоконниках. Сейчас очень модно выращивать растения прямо у себя в квартире, на балконах, на подоконниках. И вот сейчас Роман держит лук. Я еще хотел сказать, что везет тем людям, которые носят линзы, и которые могут резать лук абсолютно без слез. А вот, кстати, могут. Это, да, у меня жена в линзах всегда. Не на нос, на слизистую идет глазом. Удивительное дело. Поэтому в нашей семье лук всегда режет супруга. Ну да, еще зависит от сорта лука, насколько он жгуч. Вот. Сейчас о сортах лука и поговорим. Слово Татьяне Кудряшовой. Не плачь, Антон. Зачем же так? Удачные советы. Удачные советы. Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодняшняя тема – лук, который мы будем высаживать под зиму. Посмотрите, у вас луковки как пуговки, а у нас как теннисные мячи. Это лук трой. Вот такой посадочный материал. Я вам уже говорила, что крупный посадочный материал даст много зелени. А вот такой посадочный материал даст вот такие луковички. Это просто замечательный лук. Есть и лук, который полюбили все уже давно. Он самый первый у нас был предназначен и привезен для того, чтобы сажать его под зиму. Это радар. Тоже слегка вытянутые луковички наводят на мысль, что луковица будет как у центуриона. Ничего подобного. Лук практически круглый, чуть вытянутый. Но луковицы все выровненные. Рубашки все очень плотные. И вот этот лук не сбрасывает ни одной рубашки, ну, до самого, естественно, употребления. Ну, еще один хороший лук – это новый лук. И он тоже займет достойное место на вашем огороде. Это лук форум. У него очень крупная луковица. Это средняя луковица. Любители крупных луковиц, пожалуйста, помните, еще раз повторяю, из крупного посадочного материала вырастает много зелени и очень толстая шейка у лука, с которой очень тяжело бороться к осени, потому что она не пересыхает. А у такого вот лука
среднего, причем он калиброванный, обратите внимание, у него будут крупные луковицы. Значит, прежде чем вообще подойти, взять лук и пойти его высаживать на грядку, запомните, грядку надо вскопать и обязательно внести раскислитель. Такие растения на нашем огороде, как томаты, баклажаны, перцы, помидоры, лук, чеснок, морковь, капуста, они не переносят кислую среду. Им нужно нейтральную среду, нейтральную реакцию почвы, так мы говорим. Поэтому раскислители, доломитовая мука, обязательно просеянная и звездка гашеная, обязательно просеянная зола. Ну, это может быть еще и всевозможные гуматизированные раскислители. И они сработают все очень хорошо. Количество всегда написано на пачке, сколько на квадратный метр нужно внести, либо на сотку. И не надо мне никогда говорить, что «Ой, я же вот так разбрасывала». Нет, девочки, написано один стакан на квадратный метр, значит один стакан. Но не забудьте, что кроме раскисления под осеннюю перекопку нужно внести удобрения, которые помогут растениям избавиться от лишних проблем, вредителей, например. Ну, такие, как нематода и проволочник, очень боятся сульфата аммония. 2 столовых ложки на квадратный метр под осеннюю перекопку. А перекапывать надо осенью обязательно, потому что все товарищи, которые там зародились, а вы осенью не копаете, они все весной придут к вам в овощи. Запомнили? Копать осенью обязательно. Всего доброго, до свидания. А все ваши вопросы задавайте на телефон горячей линии. Доброе утро, говорим мы всем. И сейчас наше утро станет гораздо, отнюдь, внимание, красивее или красивее? Ладо. Двойная норма. Поэтому сразу две красивых девушки появляются в вашей программе. Двойная норма, конечно, красивее. То есть образованный человек должен говорить красивее. Доброе утро, коллеги. Эволюция синего у нас сейчас. Переходящая плавно в розовое. 50 оттенков синего. Ребята, мы сегодня говорим на тему «Мои противные животные». Имеется в виду животные, которые у тебя дома. Имеется в виду кошки и собаки, которые вам съели обувь, подрали обои. Можно растянуть на 2 часа? Я о кошках готов говорить бесконечно. Я очень люблю их. Новый кожаный диван пострадал у вас, и так далее, и так далее. Вот обо всем об этом. Прощаете вы своим кошечкам, собачкам это или нет? Как пытаетесь дисциплинировать? И вот такая тема сегодня. Да, все минусы животных, теперь поговорим о них сегодня. Присылайте нам фотографии того, что они наделали. Да. Текучки, царапинки, все вот это можно размещать на нашей стене. Ну, не только же кошки и собаки могут, да, портить тараканы. Жизнь. Да, у меня у подруги, например, ужик жил, потом он сбросил кожу на зиму и потерялся. Да. О-о. Да. Она гладила сброшенную кожу, думала, что он спит. А говорят, ёжики очень громко топают по ночам, царапаются. Хозяин ёжика в свое время, это да. А у тебя был ёжик? Что-нибудь портит? Он, вот еж, который жил у меня, я не знаю, как себя должны вести нормальные ежи, но у меня был особенно еж. Он жил у нас в тумбочке, скажем так. Он был метр на метр размером и весил 50 килограмм. Поставленный на спину. И мы его когда доставали, он начинал свой, гонки. Турдовый еж. Да, он вот так вот бегал по квартире по кругу. Что он там на своем... Он говорил про забор, что... На сороковой еж это был. Да, да. И у него коготочки, и он прям тык-тык-тык. А на спине стояла мышь. Так, Антон, теперь ответь нам, пожалуйста, почему в прошлом? Где теперь он? Наскончался. Насильственной смертью? Нет. Антон, да что ты за кровожадный? Дорогие друзья, мы совсем скоро начнем вещание. Начнем вещание сразу на 2 каналах, поэтому можете нас смотреть как на Перце, так и на ТВК. И поэтому сегодня очень интересная тема. Я думаю, всем есть что сказать. Что съели и что съели, что наделали, что поцарапали ваши домашние животные. Как они вам отомстили. Да, за то, как мстили вы им. Сразу же в начале следующей получасовки я расскажу о том, что сделал кот Антона и его жены с моей квартиры. А я покажу фотографии. Все, переключаемся. Доброе утро, говорим
мы все, мы продолжаем нашу программу. Сегодня тема «Эти противные». Ну, противные в кавычках. Нет, мои противные. Может быть, вонючие. Мы очень любим всех домашних животных, но мы сегодня будем говорить о том, что они вам погрызли, съели, порвали. Роман рассказывает. Ну, классика жанра, на самом деле. Ребята уезжают куда-то в отпуск, говорят: «Рома, пусть наш котик поживет у тебя». Котик Емеля. Очень воспитанный, ходит в лоточек. Емелечка кыс-кыс-кыс. Ну, конечно, никаких проблем. Я жил тогда один, квартира нормальная. Ну, все, поставил лоточек. Ушел утром на работу. Вечером прихожу, везде пахнет, везде лужи. Ну, помыл. Дождь, текло. Дождь, конечно, окно забыл закрыть. Ушел на работу утром, вечером встречаешь, везде лужи, везде пахнет. За 10 дней я потом полгода ходил и нюхал квартиру, потому что пахло везде. Но что сказала жена Антона? Так. За Рома. Ты, наверное, с ним не разговариваешь. Ну, конечно, я с ним не разговариваю. Я хочу оправдать свою скотинку. Дело в том, что мой кот дома ходит в лоточек. Ну, это надо просто, у него был стресс. Да. Стресс. А, говорят, а у меня какой стресс был? Почему он со мной не разговаривал? Ходил при этом мимо. Я был уже готов к всему. Есть спреи, надо брызгать. Вот если вы только кота привезли в новую квартиру, специальные спреи надо брызгать. На кота? Чтобы зацементировать. Брызгать такой... В тот уголок, куда он должен... Это как на ядерный реактор ставят саркофаг, тоже там накрыть часть кота, чтобы не было потом последствий. А вообще, я, наверное, как пользователь двух котов, ну, кота и кошки. Точнее как, кошки и бывшего кота, да. Хочу рекомендовать цитрусовые использовать вместо спреев. Да? Лимончик можно там, стружку сделать, кожицу снять, побросать в углы, где ваши животные там метят. И тогда надо, чтобы он не ходил туда, это обратный эффект. А есть спрей, чтобы он ходил, вот надо брызгать туда, куда он должен ходить. А, приманивать, мамок такой. Да. Мне кажется, этот спрей часто производители обуви используют, потому что кошки очень часто любят именно вот туда. А если натыкать носом? Натыкать носом, не знаю, эффективно это. У меня есть фотографии. Давай, Антон. Появилось почти одновременно в квартире в моей две новых вещи. Это диван и кошка. Посмотрим фотографии. Это обои. Так. Ну, обои не считаются. А кот шел в нагрузку в диван? Ой-ой-ой, смотрите, в какую дырочку все. В крапинку. Можно вермишели процеживать. Это дуршлаг. Диван дуршлаг. Вот. Так, а у него есть когтеточка? Говорят, не помогает. Есть когтеточка. Это диван. Он ее игнорирует. За 950 рублей. Нет, у меня еще в коридоре деревянная обшивка, и там она нашла применение. И когтеточка используется, и диван. Все, то есть когтеточка, она тоже... Да. Мимо диван интереснее. Вот она. Да. Это не она. Нет, не твоя кошка. Не моя. Это другая. Пишите мою, нам... если фотографировать, она начнет тебя как когтеточку использовать. У нас раньше жили волнистые попугайчики. Мы их часто выпускали из клеточки, они полетают, на книжках висят, возвращаются. А потом как-то через полгода решили протереть сверху книжки. Вот такой слой. Сразу денег столько прибавилось. Пыли. Попугайской пыли. Мы выбирали, когда покупали диван, у нас сначала появился кот, а потом мы пошли покупать мебель. И мы уже покупали мебель с учетом кота. Ну, какую вы брали? С учетом котов и детей надо брать. Которое там, получается, кожи сразу нет. Так. Мы брали такой, получается, я сейчас не скажу, как называется, но она похожа вот на то, что делают когтеточки, да, вот такая намотка, плотная нить, которая, ну, вот можно царапать. Лучше взять лимонный диван. Удаляют когти котам. У моего, стригут, удаляют прямо. Есть такие ходят? Операции. По удалению когтей. Мне кажется, это жестоко. Да, специалисты говорят, что, конечно, это кошка теряет вообще всю свою вот эту суть кошачью. А еще собачкам маленьким, которые громко тявкают, подрезают связки. Чтобы они громко тявкали. В этом смысле я никогда не понимаю хозяев животных. Если вы его берете, вы уже понимаете, что у вас... А можно я продолжу мысль? Мне кажется, что есть животные, которые должны жить на улице, в условиях дикой природы или хотя бы во дворе в большом. Вот такая маленькая собака. Вот туда их и берем. А все, что дома, это должно жить декоративное, сразу априори не вредящее ни атмосфере дома, ни мебели. Собачки как раз вот такие, которые должны жить дома. Знаешь, как она гавкает? У нас наверху одно время жила вот такая собачка. Она тявкала так, на два этажа. У нас где-то на втором этаже, по-моему, тявкает. Уходили на пятом хозяева. Это невозможно спать до трех ночи. А людей дома нет. Ты же не придешь с собакой разбираться, а ну замолчи. У нас
знакомых кошка, и они не удаляли коготочки, они надевали пластмассовые такие насадочки на когти, и она как с маникюром бегает, носится, но все равно это для животного дискомфорт, стресс, и я считаю, что это вообще неправильно. Если вы заводите животное, вы должны заводите его во дворе. Будьте готовы к тому, что будут последствия. А решать-то все равно, что вот вам фаланги пальцев отрежут, и как вы с этим будете жить? Ну давайте, погуманнее будем. Давайте о погоде расскажем, сейчас прервемся на секундочку. А потом про хомяков поговорим. Поговорим про то, что нам шлют. Во все уже? Во все. О погоде расскажу вам прямо сейчас. Плюс 14 обещают в нашем городе. Да-да-да, Роман. Плюс 14 обещают сегодняшним днем. Плюс 9 будет к вечеру. Ветер и дождь. Покажите Рому. Дождь будет идти сегодня. Суфлер, дальше показывай. Ветер какой? Какой ветер будет дуть? Южный ветер, теплый южный ветер со скоростью 3-5 метров в секунду. И вот так вот еще он показал. Это значит, что вообще сегодня хороший денек обещает быть. Так что удачи всем вам, берите с собой зонтик и знайте, что ветер будет дуть южный. Не знаю, зачем вам. Спонсор прогноза погоды в новом утре – «Восток-сервис». Комплексное решение в сфере охраны труда на вашем предприятии. Да? Антон, вот это означает 750 миллиметров ртутного столба. Ребята, возвращаемся к нашей теме про невозместимую потерю. Вам сейчас расскажу. Раньше были времена страшного дефицита, и по какому-то величайшему блату, по каким-то невероятным талонам моей маме удалось достать для меня кожаные ботиночки, оттороченные кроличьи меха. Это было страшно модно, страшно модно. И я ночевала у родной своей тети. У них была такая странноватая собака непонятной породы. И когда я встала утром... Это же не любила кроликов, наверное, сразу, да? Мех был похож на кролика. Да, да какой немалый был этот дог? Это была какая-то непонятная собака. Вот это вот. В общем, утром это были ботиночки без отторочки. Такое обзорство. Пожеванные. Пожеванные. Это было невозможно никак не восстановить. Ты плакала. Поэтому потом ты ходила в сапожках... Из собачьего меха. Просто собака, как тапочки такие собаки. Ну тогда нужно две собаки. Мы все время, когда завели собаку, нам очень повезло. Вот с Диланом, который сейчас у нас живет, он очень умный. Как зовут? Дилан. Да, он буквально уже в 3 месяца начал ходить в одно конкретное место, пока не привык к улице. Он не сгрыз ни одного ботинка. Он не корябал, не рвал мебель. И одна знакомая у нас, влюбившись в нашего Дилана, сказала: я хочу такую же породу. Мы расписали, что это добрейшей души и умнейшая собака. Она завела в точности такую же породу, золотистый ретривер, только девочку. Она звала Дилан? Ребят, нет, назвала она ее по-другому, видимо, в этом была проблема. Собака искала то ли нефть, то ли руду по всей квартире. У нее просто весь пол, несмотря на то, что он был линолеум, он был подран весь до ям. Все косяки были изгрызаны, вся обувь была изгрызана. Может быть, почему на начальном этапе сразу собаку не изъяли? Ну, не знаю, в смысле, почему ее, ну как же все взяли, будет, теперь, да? Уже нет. Ну нет, она уходила на работу, и где-то там она ее где закрывала, пришла, все там. Я думаю, что может быть проблема не в собаке, а в ремонте квартиры, и он просто был не очень хороший, и собака любят намекала на это. Цветами переворачивать, и там рыться. Иногда прудить. Еще любят ехать вот так вот лапами по ковру так вытирая. Животное очень умное. У меня однажды кот, например, натурально тетя отомстила. Она чего-то на него ругалась, и когда собралась от нас уходить, получила подарок в ботинках. Зоя пишет, когда мы с мужем начинали ругаться, кот сразу шел и гадил ему в обувь. После, смеясь, мы мирились. Кот-примиритель. Юля пишет нам и отправляет фотографию кота и порванной простыни. Моя кошка Броня любит помогать заправлять кровать. Броня. Потом на ней бесится. Может быть, броня. Вот чем это кончилось. Порванная простынь, еще однажды клубок ниток оказался на полу в зале. Что вы думаете, случилось? Паутина, как в человеке-пауке. Это ладно, когда диваны. У меня был кот, но он сейчас умер от старости, своей смерти. Ну, конечно, у вас у всех от старости. Но, тем не менее, у меня однажды случилась история, когда он бросился на тетю, и у тети 7 швов на руке от кота. Да, от обычного домашнего кота. Говорят, если будет схватка кошка и собака, кошка победит, если один на один. Потому что она по носу царапает, а в носу у собак вообще все жизненно важные органы. Она царапает, и все, и собака уходит. У нас гордина страдала.
один раз. Ну, просто кошки любят скалолазанием заниматься, и вот на шторы прям прыг да. Повис. У нас только история, у нас везде чем, только метели. Чем тяжелее все. Кот, тем хуже гордини. Может вырывать. Одна моя коллега бывшая, она купила, это было тоже начало 2000-х, дорогущий натуральный кожаный диван и завела кота перса. Все, с диваном попрощаюсь. Это просто. Кто-то обиделся, что диван на 100 рублей дороже оказался. Нет, диван был очень дорогой, действительно натуральный, кожаный диван, такой большой. В общем, чем она думала, когда покупала и то. А еще любят, говорят, все есть. Мы сейчас смотрели, животные, собаки едят, что ни попадя. Мы сейчас в аппарат не смотрели, там есть собака, которая съела 43,5 носка. Ну хорошо, что не $1000. 38 попугаев, одна попугайская крышка. Не знаю, представляете? Кошмар. Мы скоро позовем гостя в наш эфир, и гость даже будет не один. Поэтому давайте сейчас прервемся и подготовимся к встрече. Диван прячем, ребята. Полезная информация. У меховой ярмарки день рождения. Свой день рождения и до 30 сентября здесь всем дарят шубы, дубленки и кожаные куртки по супервыгодным ценам. Начнем с кожаных курток. В самый сезон по 100 кожаных курток по 3, 5 и 7 тысяч рублей. Уверена, такая цена устроит каждую. Вам нужна недорогая, хорошая дубленка? В честь дня рождения меховой ярмарки 50 дубленок по 9500 и 50 по 12500. Мутоновые шубы тоже участвуют в праздничной акции. По 50 моделей за 7 и 9 тысяч рублей. Мужчины, а это все для вас. Кожаные куртки за 7 тысяч рублей, дубленки за 9,5. Переходим к фаворитам зимнего сезона – норковым шубам. Их тоже сейчас покупать на ярмарке очень выгодно. Да, ты права. Есть модели по 39, 49, 59 и 69 тысяч рублей. Всех моделей по 50 штук не так много, так что с выбором стоит поспешить. Такие специальные цены на меховые кожаные изделия приготовила для вас меховая ярмарка в честь своего дня рождения. Каждому покупателю палантин и сертификат на 5000 рублей в подарок. Ярмарка «Экспофурс» работает ежедневно с 18 по 30 сентября в МВДЦ «Сибирь» на Авиаторов 19. Итак, встречаем мы первых гостей на эту тему. «Мои противные животные», так она звучит. Но судя по тем кубкам и тем медалям, которые стоят за нашим гостем, ну, противным его вроде и не назовешь. Ну, не гость, а гостья. У нас в гостях Кэрри, да, вместе со своим хозяином Александром Дьяконом. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Скажите, Александр, есть ли какие-то существенные минусы в содержании вот такого животного, как ваш материальный, материальный урон? Материальный урон, естественно, приносит. Эта собака, ну, потому что она породистая, и приходится вкладывать в нее, естественно, и много финансов и сил. Угу. А дома? Портит чего-нибудь? Уже нет. Да. А сколько? Потому что нечего, вы все вынесли из квартиры. Год. Да. Как вы победили это вот стремление? Ну, с возрастом вандализма. Просто пришло, и все уже. А, то есть это не дрессировка, это просто нет, повзрослело, поумнело. Хорошо, что было, когда еще с возрастом не пришло? Полностью убитый коридор, потому что когда я уходил на работу, она, видать, пыталась выйти туда и найти меня, и поэтому она целиком полностью убила весь коридор, разорвала все, наверное, на свете в этом доме. Просто перевернула квартиру. Чтоб на... Ну, ей, судя по количеству ее заслуг, ей можно, да? Вы ей прощаете да. все. Вы жестокий привет, хозяин? Привет. Я? Да, нет. Или... Чересчур вот добрый, наверное. Кто доминирует в вашем союзе? Я. Вы. Доминирую я, но как-то своей любовью, а не жестокостью. Я не понимаю, зачем бить собак. А вы ее вообще водили? Вот, ну, я знаю, что есть специальные курсы дрессировок собак. Не-а. Нет? То есть вы вообще ее никак не воспитывали? Нет, она сама по себе воспитана. Да, мы видим. Она ищет коридор просто. Ну, а вот на предмет там хотя бы какие-то элементарные стоять, сидеть, лежать. Она это, то есть она вообще ничего не понимает. Она просто носится у вас хаотично по квартире, да. сносит все, что только попадается. Ну, сейчас уже не сносит, сейчас спокойно, но вообще, да. А сколько нужно времени, чтобы с такой собакой гулять? Ну, вот в день сколько вы тратите? Ну, в день я 5 раз гуляю. Собака активна, да, 5 раз в день. А кормите?
Кормлю кормом. Не, сколько раз в день? Красота. Ну, тут 3-4 где-то 3-4 так. 3-4 раза. Это нормально. Смотрите, вот вы на выставках, да, встречались, наверное, с другими собаководами. А какие вообще основные проблемы вот у людей с такими гиперактивными животными? Да нету проблем. Ну, по крайней мере, с этой породой проблем как бы вообще нет. Она просто сама по себе очень добрая собака. И поэтому, не знаю, она и с собаками, и другими нормально ладит. Но просто надо быть как бы довольно-таки спортивным человеком, активным, чтобы не лениться, гулять подольше. И надо силы много бегать. Иметь, судя по тому, как вы ее держите, я так понимаю, что... Но все-таки вот есть момент, который в глаза бросается, Кэрри вот немного слюноточит. Вот есть с этим проблемы? Ну, нет, слюноточит это она, когда либо вот тянет куда-то, и надо срочно дать ей пережимают, и от жары лета. А так в домашних условиях с нее... Ну, когда... выпрашивает пожрать. У вас когда-нибудь возникала мысль от нее избавиться? Нет. Ну, когда она маленькая была, когда она вообще съедала все, что попадается. А носки не ела? Нет. Нет. А что на выставках делает, что вот если она... Команда не знает никакие. Да, кстати. А там они бегают по кругу, их смотрят в динамике и, естественно, в их стойке. То ежик мог бы победить. Да, если в динамике. Но я так полагаю, все равно смотрят еще породу, да, качество. Ну, породу, волка, естественно, смотрят по фолку. Как она называется в итоге, эта порода? Немецкий боксер. А вы, кстати, по поводу вот истории, да, по-моему, твоей Жень, да, что когда один представитель породы ведет себя интеллигентно, а другой может быть хулиганом. Вообще у других хозяев боксеров тоже вот все таких хорошо? Таких же представителей, таких собачками. Же пород. Я не знаю, я правда не интересовался. Ну, вот на выставке такой. Ходите, вы же видите, как другие собаки себя ведут хотя бы. Ну, они более спокойно себя ведут. Чем ваши. Да. Александр, скажите, пожалуйста, вот мы знаем, что ее зовут Кэрри, а есть ли полное имя у таких собак? Да, есть. Породистых длинных. Алмадинокс Фиерия осени. Что? Алмадинокс Фиерия осени. Алмадинокс? Фиерия осени. Это реклама медицинского препарата. Алмадинокс. Ну, Алмадинокс это питомник. Это омский питомник Алмадинокс. Это именно на боксерах они разводят. А Фиерия осени это типа ее имя. Фиерия осень. Да, представляете, как красиво звучит? Мне кажется, такой красивой девушке с таким красивым именем можно иногда и покапризничать. Конечно. Да всегда. Спасибо, что пришли к нам. Пожалуйста. Мы сегодня говорим на тему «Мои противные животные». Ну и вот первая наша гостья оказалась не такой уж и противной. Да, не все животные оказываются одинаково противны. Да, но мы на эту тему говорить продолжаем. Прямо сейчас реклама в нашей программе. Не переключайтесь, у нас очень много интересных фотографий и историй про домашних питомцев. .49 прямо сейчас показывают часы в студии, ну а за окном сейчас плюс 9 градусов. Синоптики обещали, что днем станет теплее, несущественно, но тем не менее плюс 14, ну а к вечеру снова будет плюс 9. Ветер сегодня будет дуть юго-западный 3-5 метров в секунду. 750 миллиметров ртутного столба сегодня будет давление. И не забудьте захватить зонтик, потому что сегодня обещают небольшой дождь. Прогноз погоды в новом утре представляет компания Блейхерт. Объявляет об открытии 28 сентября бутика натяжных потолков в Доммере. Самые интересные истории дарим мы, как обычно, билеты на мероприятия, которые проходят в Красноярске. Начнем. Можно на выставку кошек? Стриптиз бригады металлургов. Что? Что? Это спектакль. Так называется. Ага, я уже думал. Я уже думал, после... Корпоратив в честь Дня Металлургов. Из Краза в 6 часов вечера выходит мужик. Протестная акция с бригадой металлургов. Нет, это спектакль. Это спектакль. Еще есть у нас билеты на концерт памяти Михаила Круга. Вот, два билета. Специальный гость Валерий Юг, который завтра, кстати, у нас утром будет в студии. Тоже будет специальным гостем. Золотые купола. Ну и, конечно же, приглашение в Море Синема, возможность посмотреть кино. Какое? Беглецы. Беглецы. С Пьером Ришаром, вот это старое кино. Нет, новое. До и без Пьера. Продолжаем говорить на тему «Мои противные животные». Имеется в виду противные животные, которые показывают свой характер, портят вам мебель, едят вашу обувь, переворачивают горшки. Я помню, мы пытались горшки. Заводить до того, как у нас в семье появился Дилан, который наиумнейший просто пес, как я уже говорила. Мы так перебирали собак периодически. У нас такие были осенние-весенние обострения. Да, мы там то пекинеса пытались заводить, то мастифа. И помню, у нас был бернский зиненхаунд. Это как ньюфаундленд, только черный, пушистый, с большим белым крестом. Он все время кусался. Он даже когда пытался играть, он не, когда ласкался, он покусывал. И мы, когда позвонили заводчику, они говорят, да, это такая порода, их надо, ну, потихоньку бить, чтобы отучить их от этого занятия. И мы вернули собаку обратно, конечно, потому что, ну, как бить. Бы, да, что мама сказала, что я не могу, ну, нет, бить животное. Через подушку бить, потихоньку. Да.
газетка по голове. Хотя, говорят, для них не столько важен удар, сколько тот шум, который создается у них в ушах. Я думаю, эта собака идеально подойдет людям, которые любят кусаться, и когда их бьют. Ну, есть такие люди. Предлагаю видео посмотреть от зрителей. Прислали нам. Екатерина прислала 8.41. Покажите, пожалуйста, ВКонтакте оно лежит. Вот так мы крошим ботву моркови на зиму. Моя собака Моника. Сейчас мы найдем ему. Собаку Монику. Кто там обещал про хомячков что-то рассказать? Да, уже история с хомячками и с брюками блекнут перед всеми историями. Что, они съели твои брюки? Нет, когда просто это его берешь, гладишь, на брюки ставишь, то он может прямо на брюки что-нибудь сделать. Так, так. Ага, шинковальщик, маленький шинковальщик такой. Дойдет до пальцев, интересно? Дойдет через час. Потом плавно перейдет на носки. А зачем маленьких собачек? Видео. Зачем заводят маленьких собачек? Ну, как ходить на тусовке. Да? Это, наверное, те, кто не любит, да, как Павел Воля говорил, подмышки греть. Да. Раз, и все, отправилось. Хомяк, кстати, можно про хомяков завершить тему? Да. Хомяк очень хорошо делает такой цирковой номер, который называется «Спи, хомяк». Ты берешь его в горстку, чтобы только голова здесь снаружи осталась, и так не выдуешь в глаза. Ладно, покажите Дилана, этого умнейшего пса. Фотография есть у нас на стене. Он сам отправил, да? Да, настолько умный пес, что у него есть себяшечку себе. У него есть свой профиль. Это iPhone 6 у Дилана. Это практически селфи. Дилан 82 называется. Вообще, когда заводят, конечно, животных, надо понимать, что человек хочет. Потому что вот у нас наш коллега Вика Комарова, у нее две огромные вот такие собаки, кавказские овчарки, да? Это вот они такие пушистые. Видите, он даже умеет язык показывать. Нет, у него прям глаза умные. Вот язык. Я хочу вопрос задать. Фото перед зеркалом в туалете. В оправдании животных тоже сказать. У меня у дяди, он живет, ну, жил раньше, сейчас там в зону затопления попала, деревня Проспихина, Ангара, в общем, там, Бучанская ГЭС. Вот, и он охотник, у него были охотничьи собаки, которые, когда мы были с братом маленькие, с нами как нянечки были. Есть мы маленькие, очень да. умные Мы приходили животные, на берег с семьей, родители шли купаться, нас оставляли с собакой. И если кто-то из нас полз в сторону воды, собака так вот схватала, за шкварничек оттаскивала и сидела, есть очень умные собаки. Вот кавказцы, они говорят, прекрасные охранники. И именно для цели собаки охраны кавказцы. Дома кавказцы, кавказские овчарки. Вы бы видели, да, как эти овчарки сканворды разгадывают во время дежурства. Языки тещины отлетают только. Татьяна пишет, наша кошка Маргоша постоянно дерет деревянные стулья. Если отклеится чуть-чуть обойно, она может дорвать до конца. Но она думает, о, ремонт. А потом начинает носиться по всей квартире. Вот так она выглядит, да. Хорошенькая, да. Миленькая, ну, да. Ну, как бы как? Хорошая, знаю, миленькая. Да, тигреночек. А вообще, кто из вас кошатник, а кто собачник? Давайте. Я волю судьбы кошатник. Кошка, кошка. Нет, мяу, я собака однозначно 100%. Я кошек мяу, не мяу, люблю. Мяу, мяу. Сразу, но собаки, у меня жена кошатница. У Ромина жены жило 14 кошек. 14 кошек у меня. Что может быть круче кошек, да? Ну вот согласитесь, посмотрим на эту фотографию, сразу видно. Ну это же великолепие. Вам нравятся лысые кошки? Нет, нам нравятся лысые люди. У меня два бобтейла. Я все не могу успокоиться от этой информации, что у тебя в доме было 14. Не, не у меня. Мы еще тогда не были женаты. А, уже сколько кошек? 14. Ты можешь себе представить? А сколько комнат было? Одна. Ну, кухня. В смысле, на передержку она их брала? Нет, ну как-то так, кошка родила, потом где-то еще взяли, потом нашли. Потом вот Антону одну отдали. Да, это, кстати, хороший способ. 14 кошек в однокомнатной квартире, можно ковер не покупать, ты по кошкам ходишь, тебе мягенько, тепло. А можно на стену ковер повесить? Да, да. Антон, главное, степлером. Надя говорит, у меня два бобтейла, не метят, не пакостят, очень их люблю. Бобтейлы, знаете, кто такие? Да. Кошки, да, да. Которые огромные. Которые вот до метра вырастают. Нет, я думала, что это ты с мейн-куном перепутал. С мейн-куном перепутал. Да? Да. А бобтейлы что, небольшие? Бобтейлы это с короткими лапками, да? Нет, это такие... Это мальчики. С короткими лапками это сибирская приниженная. Бобтейл это собаки, это кошки. А, без хвоста. Точно, это кошки. Вот, Александра, у меня милый порядочный ходит куда... Ну, тогда неинтересно. Олеся говорит, моя собака ворует мои игрушки, прячет у себя. Она считает себя моей сестренкой и во всем мне подражает. Когда я убираюсь, она тоже
берет тряпку и ходит с ней по комнате. Представляете? Кошка скидывает все принадлежности на кухонных полках. Теперь они пусты. У меня, кстати, такая же ситуация, но она залазит наверх, на самый верх гарнитура и скидывает вот так. Слушайте, ну это сейчас извечный спор кошатников и тех, кто любит собак. Вот собака все равно, она как-то более эмоциональная. Она, вот это, у нее, это там, разные. Подождите, не перебивайте. Там есть функционал. Она может там охранять, она может сидеть с детьми. Она что-то еще кошка там тоже может. Может сидеть кошка с детьми. Кошка ничего не может. Она лечит, Ира. Она ложится на поврежденное это место потому, и лечит. Это потому, что у тебя, да, потому что ни разу у тебя в жизни мышей не было дома. Вот, нет, вот я у нас в семье жила собака и кошка в раз. В одно и то же время. И я абсолютно... Да, у нас еще был попугайчик. Ну, потом как-то так рассосались по времени. Кто его съел, кошка или собака? Собака. Серьезно? Собака съела! Речь сейчас была не об этом. Там была трагическая история, неважно. Просто к тому, что от собаки гораздо больше позитивных эмоций. Вот ты когда заходишь домой... Смотрите, как она мило ест попугая. Они выбегают... Ну, кот вышел, съел. Я про... Смотря какая собака и какой кот. Ты приходишь домой после стрессов. С утра рано-рано-рано поднялся. Весь день на ноженьках. Потом еще что-то. И ты весь такой измученный приходишь, садишься в креселко. Тебе вот пушистый комок на коленке ложится, начинает так вот... Все. Да, или подходит, когда ты заходишь, об ноги трется. Да. Или собака носится. Пойдем гулять выгуляй меня. Давай. А ты устала, у тебя 12-часовой рабочий день. Смотрите, фотографии еще. Короче, кошки для лентяев. Кошка для лентяев. Смотрите, как кошки зато классно умеют. И вывод. Заходишь в ванну, она сидит на кране. Потом раз вот так вот. Попила. Это кошка утром 1 января. Между прочим, в интернете больше котиков, чем собачек. Да. А у меня у одноклассницы был кот, который не просто ходил на унитаз, а еще и смывал за собой. Смывал. А ёршиком. Бывал за другими. Он, его приучили дергать за веревку, тогда еще унитаз старого образца были, да? Сейчас бы он не смывал. Давайте вернемся к трэшу. Мы Алена, мой кот нигде не метит, но ободрал уже все обои. Посмотрите на его лицо. Он, по-моему, выпивает этот кот. Валерьянки. Ему просто незачем метить. Ну а у нас Вася все косяки ободрал в квартире, потом приходит садиться на диван. Как они вот так сидят? Мне всегда, я не понимаю. Причем коты очень умные. У меня были ситуации периодически, когда кот на меня кидает. Это не вредно им так? Нет. Цепляется меня, дерет и убегает в комнату к папе. И то есть, когда я разъяренная забегаю, кричу, ах ты, нехороший кот редиска, он уже лежит и такой смотрит на меня. Папа, что ты опять на кота нагоняешь? Он тут лежит спокойно, никому не мешает. Это кот-провокатор. Два хорька. Еще хорьки живут у людей, да? Знаете, хорьки тоже, говорят, пахнут, но нет, если... Это не самое страшное, если хорька, ну, там, тоже как кошку стерилизовать, то все получится нормально. У меня живут два хорька, ласковые, целовательные мальчишки. Ходят в лоток, любят купаться, гулять. За два года жизни ничего не испорчено, считая, ковролина скребут ногтями его. У меня тоже была подружка, у которой был хорек. И зачем он ходил в лоток, безусловно, но у них есть такое свойство хорьков хорьковать. Они мясо сырое. Давайте продолжим это уже на перце, потому что мы переходим на перец. Именно там мы сегодня будем дарить подарки за самые лучшие сообщения, за самые лучшие фотографии. Ну а на ТВК мы завершаем. Встретимся завтра в 6:30 в программе «Новое утро». А мы продолжим. Да. 2-1. И вот Ирина Кузнецова задает извечный вопрос. Зачем заводить хорька? Короче, у меня тоже есть у знакомых. У них лежит такая, знаешь, когда обои... Ой, не обои, а линолеум продают. Остается в центре такой тубус. Да. Вот. Он у них лежит по квартире, он носится по нему туда-сюда. И для этого стоит. Ну, и берут его, гладят как кошку, только он хорек. Он веселый. Причем, он, ты не представляешь, он носится со скоростью света, да. Вот такими вот восьмерками, кругами, чем угодно. Евгения сейчас там все понимает. Нет, подождите, хорошо, кошки и собаки — это домашние животные, у них большая история жизни с человеком, а хорек-то — это лесной зверек. Зачем его тащить домой? Ну, так же, как ужик, например. Когда у меня подружка завела ужика, я вообще не понимала. Мне однажды пришлось у нее ночевать, я всю ночь не спала. Ребята, мы снимали одного мужчину, он, у него дома живет крокодил. Но это были съемки такие, то есть я стояла на стуле и брала у него интервью. Реально, там только аэрик. Он не в аквариуме? Нет, нормальный, полноценный крокодил ходит по дому. А что он ел?
Ну, я уже не помню, я была в таком стрессе, мне надо было записать интервью, я стояла на стуле. Крокодил. Страшно, серьезно. Лет 10 назад, пишут нам уже на смс-сервис, мои родители жили в частном доме, разводили уток. И однажды, проснувшись утром, обнаружили, что пес сорвался с цепи. И уток они больше не разводили. Около 50 штук. Он съел их? Да. Ничего себе. Он их передушил, скорее всего. Передавил просто. Переломил. Охотничий инстинкт. Это же животный мир тут, как по-другому. Да, Антон. Так, никогда не забуду своего котика Пипу. Пипу. Пипа. Котик Пипа. Пипа-па-па-па. Днем это было красивейшее волшебное создание. Но как только спускалась ночь, в него вселялся дьявол. Засыпать приходилось, накрывать... Блин, вот такие рога. И глаза светятся. Накрывался одеялом с головой, кот с яростью разгонялся, набрасывался на торчащие руки, ноги и голову. У меня была ситуация. У меня такая же штука, нормально. Я завела себе котенка, назвала его Беллис. Беллис. Да, так как меня постоянно не было дома, я приходила только вечером, я разрешала ему все, потому что я понимала, что он наскучался, ему было плохо, он ходил у меня по столу. Но почему я его отдала? Потому что по ночам он выкусывал мне ресницы. Что? Натурально, я просыпалась ночью от того, что мне вот так вот скребут глаза и выкусывают ресницы. Что? Ладно. Я отдала его бабушке, его назвали Пушок, и у него началась совсем другая жизнь. Не до лакшери, знаешь? Так. Вот у кота было увлечение кататься на шторах. Цепляется и раскачивается вот так. И однажды он раскачался так, что вылетел в окно. Все. Вся история. Там никаких ресниц не задействовано. Папа был охотником и спас белку. Она чуть не утонула, захватил ее валенком из воды, привез домой и держись, квартира. Шторы разорваны напополам, мебель погрызла, воду научилась открывать и затопила квартиру. Вот это с каблуков да. Кожу содрала, шкурку песца грызла. Вот так и спасли, короче, белку. Белки это же как крысы только. Я мечтала, чтобы у нас была белка, хотела всегда. Не, ну белки вон лазят в Новогодском университете, нормальные. Я вот на Копылова не видела, мы со школы шли есть, с ребенком, есть, белочка есть. Бегала. Так. Кот Марчик плюется на людей, если те его разозлят. Плюется кот, поняли, да, вообще? Дочка принесла бродячего кота неделю назад, он нагадил мне в цветы. Я сделала крышки из пластиковых тарелок, прорезав для ствола отверстия. Теперь цветы в безопасности, а кот ходит в лоток. О, вообще лайфхак. У нас был кот Арсик. Может, Барсик, но тут Арсик. Он почему-то не любил мои цветы, куда бы я их ни убирал. Он находил и копал землю. Да так, чтобы земля была по всему дому. И ровно год назад он спрыгнул с балкона. Он выполнил миссию и ушел. Он с парашютом. Я думаю, он наоборот любил. Кот Том Круз. Кстати, в этом все говорят, что они вываливаются из окон, они как-то... А это правда, да, что они приземляются? Да, они как-то крутятся в воздухе. Ну, наверное, там все зависит от расстояния. Есть у них возможность там как-то выкрутиться или нет. Вот опять, пожалуйста. Они все так сидят, эти коты. Что? Как так? Коты сидят. Подождите, напишите нам, это вы его специально так усадили, или это он сам пришел? А усадишь его специально. Ну, сам пришел. Так, наверное, его не посадишь. Вот такие вот мне нравятся штуки для котов, когда делают. И подрать можно, и они там посидеть иногда могут. И полазить. Они продаются еще такие лазилки для них, они прям огромные, со всякими домиками. Столько гаджетов всяких для животных, для охотничьих собак, куры в натуральную величину резиновую, чтобы у них инстинкт не пропадал. Не, все что угодно. У нас есть плюшевая большая собака, которую он принимает за свою, потому что она на него похожа. Он все время ее таскает по дому, да. Вот, смотрите, какая фотка сейчас перед тем. Вот, классная. На плече сидит, ремонт делает. Ух ты! Помогает. Помочь. Есть животные, которые не гадят, а помогают. Да, также помогает нам всем Василий Баранов. Его свежие идеи всегда мы можем видеть в его видеоблоге. Прямо сейчас «Handmade». Если вы собираетесь дарить деньги, не покупайте конверт для денег, ведь сделать его своими руками проще простого. Главным образом для изготовления конвертика понадобится 4 больших круга, вырезанных из цветного картона. Блюдце будет идеальным шаблоном. Все кружочки придется сложить пополам.
Прикладываем заготовки друг к другу таким образом, чтобы получился квадрат. А затем склеиваем их между собой. Получившийся конверт можно использовать и в качестве открытки. После того, как внутри вы написали пожелание, вкладываем ценное содержимое, закрываем и завязываем атласной лентой. Для пущей декоративности на внешней стороне делаем штемпельный отпечаток. И все, конверт можно вручать. Продолжаем наш эфир с возмутительных взглядов на этих тараканов. Мадагаскарские тараканы у нас в гостях. Да. Екатерина Михайлова, пресс-секретарь парка «Флора и фауна Роев Ручей» и ее домашние питомцы. А, это домашние питомцы? Они дома у тебя реально живут или они живут... Да нет, они живут в Роевом Ручье. Многие люди их с удовольствием заводят в качестве домашних питомцев. Они шипят. Они шипят. Они в случае рыкают. Опасности? Кстати, да, я смотрю, что у меня здесь одни мальчишки. Ни одной... как ты общаешься? А вот. Реально, одни мальчики. Нет, у мальчиков на вот этой верхней части... Кать, можно мы через части? Стекло посмотрим? Не бойся. Нет. Давайте так, у нас вообще есть площадка для детей в парке. Да, знаем мы вашу площадку. И ребятишки сначала боятся, а потом не боятся. Мы проводим такую работу, потому что все-таки все животные заслуживают на нашей планете уважения. Все они созданы природой. Да. Посмотрите, это же деревянная щепочка. Вы представьте себе кусочек деревянной коры, да? Который вот шевелится же... и пищит. Ну и что, что шевелится? Потрогай, он абсолютно... Я не знала, что вы такие трусы. Да, я потрогаю. Да, конечно. Трус. Все животные достойны уважения, кроме нас. Продюсер, почему вы не позвали котят? Котятки где? Это рожки, вот у него здесь такие два рога. У самочки это место гладкое, ровное. А, вот так ты поняла. Да, ну да, то есть так я и отвечаю. У самочки нет, мы поняли. Чистейшие животные едят они апельсины, бананы, вообще не всеядные. Еще и говорят, что он прыгать умеет. А, да? Не умеет он прыгать, не бойся. А летать? Нет, летать тоже. Катя, так все, Кать, спасибо. Положите на место. Все, я завоевала студию. Катя! Вот, можно захватить эфир. Телеграф, почта, телеграф. А как они могут напакостить дома? Они напакостить, ну, разве что гостей перепугать. И все, я думаю, потому что... Представьте, какие... Кушают фруктики, сидят себе тихонечко. Им нужно только что-то влажное вставить в их... Вот этот инсектарий называется. Инсектарий. Где живут насекомые. А так абсолютно спокойнейшие животные. Очень хорошие. То есть это вариант для тех, кто... не хочешь, чтобы им драли диван? Можно? Да. Ну, я решил. Это давай. Я не знаю, пальчиком да, потрогай. Нет, я уже потрогала, не так страшно. Абсолютно гладкий. Он вон притворился деревяшкой, сам тебя его, да. Да разок. А он прям вместо он может побежать прям по руке. Ну, сейчас я думаю, что они зашли с улицы, немножко они все-таки на температуру реагируют. О, слышали, он шипел, да. Нет, мы не слышали. Господи, боже мой, шипят, как газировочка. А дома их можно, да, то есть держать? Да, держат дома. А как они часто размножаются? И как вообще? То есть ты утром проснулся, а у тебя... Ну, вместо двух я... так же, как наши рыжие тараканы, вот эти вот домашние. Ну, нет, не совсем. Вообще, я считаю, что, конечно, просто, да, вот научить ребенка заботе, научить ухаживать за кем-то, на примере приятного щенка или котенка. А ты попробуй вот привить любовь вот к любой божьей твари, например, к такой, да, чтобы ребенок все-таки понимал, что все живые существа, они действительно достойны уважения, о них надо заботиться. Да, но мне кажется, что все равно есть какие-то стереотипы сложившиеся, что в доме держат котенка и щенка. А тараканы это ну, как-то... Оля, ты просила котенка, вот на тебе таракан. Зачем же давить? Вот я, например, никогда не давлю. Да, его не раздавишь, похоже. Не давлю пауков или кого-то еще. Не, ну тараканы, конечно, да, домашние наши, не очень приятные. С ним справится только осиновый колпом. Ну, посмотрите, он совсем не похож на домашнего таракана. Он вообще на домашнее животное тоже мало. Мне кажется, что наши домашние тараканы, это просто фи, цветочки. Вот, слышите, как он разговаривает? Он шипит. Пшик-пшик. Они не кусаются, не щипаются, то есть никаких... У них единственное, что вот остренькие колючечки на лапках. Но это абсолютно безболезненно. Катя, скажите, сколько у вас их? Сейчас здесь 10. Имена есть им? Имена есть? А, имена. Как ты говоришь? У этого родинка под глазом, да? Да. Это будет Сантьяго. Вот у него глазки. О, привет! Да, это можно как-то показать. Тут глаза видно у этого. Симпатюлечка такой, хорошенький. Великолепный. Мне нравятся они, потому что действительно, они, вот их с собой куда-то брать, просто прелесть. Да, они не мешают.
на Мадагаскар. Под мышку. Катя, если они нечаянно убегут, вряд ли они выживут сами. Что это за места, куда можно их брать? В облака. Сюда, в студию. Никаких проблем. Они переночевали у меня. Катя, привези какой-нибудь. Куда нужен этот таракан? Когда ты едешь сейчас пик в автобусе, ты заходишь такой, а, у меня тут тараканы, будь осторожней, пожалуйста. Сережа, давай мы с тобой тут посидим, да? Ну что, это вариант для тех, кто хочет домашнего питомца, но при этом этот питомец гарантированно не съест вам диван. Да, да. Это точно. Не испортит обувь. Не будет по ночам. Нет, вообще не абсолютно. Спокойнейшие существа. Меняй пилки, если да меняй. Если на него наступить, его можно раздавить? Ну, нечаянно, я не имею в виду специально. Думаю, вот они у меня бегают, домашние такие тараканы. И я думаю, много на кого можно нечаянно наступить и раздавить. Не только на тараканов. Да, да. Тоже можно. Или той терьер какого-нибудь. Не будем давить животных, будем с ними внимательны. Катя, спасибо большое, что пришли. Спасибо. Прогуляли тараканчиков. Дали у нас полезный сюжет. Мы попрощаемся и, наконец, уже за кадром потрогаем их. Поцелуйся с ним. Это шутка была. Долой серые будни и пасмурное настроение. Новая коллекция спортивной одежды пестрит яркими красками и излучает позитив. Алые розы на белом – интерпретация на тему русского стиля. Сочные желтый и зеленый – напоминание о лете. Комбинированные цвета – одна из отличительных черт осенне-зимней коллекции. Дизайнеры не пожалели цветочных аппликаций и всевозможных нашивок, например, на жилетке и рукаве кофты, на спине. Производители не обошли стороной и детскую одежду. Яркие оттенки вторят вещам из коллекции для взрослых. В таком пуховике ваш ребенок точно не останется незамеченным. Линейка представлена толстовками, пуховыми куртками и штанами, а также шапками с помпонами, актуальными уже несколько сезонов подряд. Словом, выбор за вами. Добавим, что куртки и штаны продаются комплектами и воплощают симбиоз спорта, моды и высоких технологий. Легкие, влага- и ветрозащитные ткани защитят непогоду, а натуральный пух согреет в минусовые температуры. Отдельное внимание производитель всегда уделяет мелочам. Высокий воротник, плотно прилегающий капюшон, потайные молнии, вентиляционные отверстия и большое количество карманов. Особенно важны так называемые двойные рукава, характерные для горнолыжной одежды. Они надежная преграда холодному воздуху. Благодаря таким деталям носить одежду этой марки – одно удовольствие. Осенне-зимняя коллекция спортивной одежды марки «Богнер» представлена в магазине «Спорт Фэшн» на Молокова 1, корпус 1. Размеры от 42 до 54. Выбирайте стиль и качество. Выбирайте «Спорт Фэшн» на Молокова 1, корпус 1. Мы решили начать эту студию с небольшой фотографии. Ну как с небольшой? Жень, подходи поближе. Подходи. Вот такая будет фотография у нас. Отлично, получилось. Да. То есть сейчас у нас в гостях гость, которого точно под мышку не возьмешь. Это личный пес Виктории Пименовой. Привет, доброе Вика. Доброе утро, доброе утро. Его зовут доброе как? Утро. Фикс? Его зовут Новат Холл Экселент Биг Бой. Домашняя кличка Фикс. Угу. Это немецкий дог тигрового окраса. Да. Хорошо. Он тоже сказал доброе утро. Он чем шипели тараканы, прям как-то вот в этом смысле. Дома же живет, я так понимаю. Да, конечно. В квартире. Да, да. Живет дома. Как вообще такую собаку? Это же очень большая ответственность, потому что это ну прям опасная собака. Она же может съесть всех. Собака действительно опасная. Мы дрессируемся, чтобы нашу опасность вогнать в рамки. Но гуляем мы только в наморднике, только на поводке и отпускает. Он на волю только за городом, там, где людей нет. Вот. Соответственно, как бы это накладывает определенный отпечаток на ритм жизни. Чем в этом он есть питается? Особенность. Он ест мясо, сухой, он съедает корм. В нет. Крупных собак рекомендуется кормить сухим кормом, чтобы они были в хорошей форме. Мясо он не особо-то и любит, честно говоря, если только шашлык. Ух ты! Сделал вид, что ему не страшно, что ему не страшно. Встал такой там поодаль. Я не скрываю, я боюсь, я поэтому даже не подхожу. Я собак таких вот... А Вика говорит, что она, наоборот, с этой собакой можно гулять хоть где, хоть во сколько.
И это отличная система безопасности. Я просто нашел в интернете книгу и начинаю ее читать. Она называется «Как успокоиться и начать жить». Скажите, пожалуйста, вот я знаю, что чем более... Ну, то есть бойцовские породы собак, опять я не знаю... Бойцовских пород всего две. Сразу перебью. Это питбуль. Ну, собственно, одна практически. Ну, я, наверное, даже больше вопрос к тому, что вот такие большие опасные собаки, им нужна очень-очень жесткая дисциплина и дрессировка, наверное, да? Дрессировка нужна практически любой собаке, в том числе той терьеру. А таким собакам она нужна в обязательном порядке. И наказывать опасно. Нужно ли как-то наказывать, если не слушаться? С наказанием давайте так вот определимся сразу. Собаки бывают разного характера. Бывают собаки недоминантные, то есть легким таким спокойным характером, беспроблемные. Бывают собаки доминантного характера. Вот собаками доминантного характера речь вообще отдельная. Их, конечно, нужно наказывать редко, но метко. По случаю, например, рык на хозяина, рык на ребенка или там попытки не подходить на улице. Вот. Все это строго индивидуально. То есть я призываю владельцев любых собак обращаться за консультациями к инструктору, ходить на дрессировочные площадки. Там это все отрабатывается прямо. Что касается наказания за мелкие домашние провинности, то стандартная газетка помогает иногда. Я знаю, что на собак по попе нельзя кричать. Или тапком. По попе. Ну как нельзя кричать? Ну, я имею собственно, в виду, что команды вот именно... отдаются громким командам, крикливым голосом. И голос повышать, устраивать собаке истерику, если она что-то натворила, это обязательно. Вика, а можешь продемонстрировать команду? Голос, например, если можно. Она бы нам да, подгав, я не но... скажу, что он голос знает. Фикс. Сидеть. Сидеть. Вот обратите внимание, он постоянно вас фиксирует взглядом. Да, не да, хотите ли вы ко заметили, мне подойти? Что? Фикс, дай лапочку. Молодец. О, молодец. Он молодец, он знает основные команды. Гавкнуть он не может, чтобы мог. Да может. Фикс, голос. Глаз. Он сейчас будет мне на плечи залазить. Иди сюда. Команда «Голос» не является как бы нормативной. А для того, чтобы собака легко было жить в городе, ее нужно научить команде. Ко мне, но это должно быть безупречно. Команде «Место» это должно быть безупречно. Команде «Фу» это должно быть безупречно. Ну и рядом, чтобы она руки не вырывала на прогулку. Но, Вика, но у тебя он дома что-то грыз, рвал. Да, конечно. Те, кто берут собаку, должны четко понимать, что чем-то в интерьере придется пожертвовать. Вот. У нас несколько догов было. Каждый из них, как умнейшая порода собак, предпочитает книги. Чтобы книги не страдали. Сивка, я сегодня домик Достоевского. Да, книги переехали наверх, но каждый из моих догов, подрастая, ну, наверное, съедал несколько годичных подшивок различных журналов. Вот этот сосредоточился на журнале Men Health и старых Космополитен. То есть, приходя каждый день домой, четко 2-3 журнала лежали постранично прочитанные. Ну вот как-то месяцев 9, наверное, это ушло. А сколько ему сейчас? Ему 3 года будет. А то есть это возраст, как надо начинать дрессировать? Вот там. Вообще, вот, господа телезрители, усвойте четко. Собаку завели, в 4 месяца нужно на дресс-площадку. Любой собакой, вообще с любой. Вот если вы пойдете, у нас проводится множество групп. Во всех районах города, но в основном на Татышево и на острове отдых, много инструкторов по разным методикам занимаются. Если вы в 4 месяца, ну в 5 хорошо, пошли на дрессировку со своей собакой, у вас и погрызушки-то будут в минимуме. Потому что собаки любой, повторюсь, йорку, спаниелю, даже более, вот такому маленькому шпицу. Даже вот такому маленькому шпицу, невоспитанный шпиц, это та еще проблема. Да, гавкает. Им нужен выплеск энергии. И кроме того, собака, она создана была служить человеку, ей нужна работа. Поэтому легкая дрессировка, какие-то азы послушания, это для собаки работа. И вам будет полезно и приятно, и собаке. А вообще собаку любую нужно дрессировать, прям дрессировать, дрессировать, дрессировать. Особенно таких. И будет а кошек, Вика, можно наказывать? Ну, конечно. А дрессировать? И дрессировать можно. На самом деле, кошки легко обучаются нескольким простым домашним трюкам с помощью игры. А что касается наказания для кошек, ну... Ну, вот тыкать мордой, это... Не всем это помогает. Я просто нужно смотреть на характер конкретного животного и смотреть, как оно на конкретное воздействие откликается. Потому что, допустим, у меня был мейн-кун.
Как только попал он у меня в дом, он сразу у меня, извиняюсь, написал на коврик. Это большая кошка. Да, он был сразу потыкан. Да, вот он был потыкан. Не жестко, но так уверенно. И больше этого не повторялось никогда, ни при каких условиях. А другие кошки с таким более зловредным характером, они могут начать с хозяина настоящую войну на тему «ты мне, я тебе, ты мне, я тебе», все идет по нарастающей, в результате от животного избавляются. Проще всего, как наказание вот у кошек, как мне кажется, и вот некоторые мои знакомые фелинологи так считают, была бы изоляция. Допустим, написал не туда. Иди в закрытом туалете, посиди до вечера, подумай над своим поведением. И совершенно не нужно животное лупить. С кошками не всегда лупить. Этот номер проходит, да. Потому что, говорю, если нарветесь на животное со стервозным характером, оно вам, вас подрессирует еще как. У меня есть вопрос, к вам гости ходят? Конечно. Если ходят, как они взаимодействуют? Вот так вот. На самом деле у собаки дома четкое позиционирование, то есть у нее есть свое место. Да, у нее есть свое место. Если на него никто не лег, то все остались живы. Ну там как-то в коридоре не очень интересно лежать на его коврике. Вот, на самом деле, конечно, да, к гостям он относится сверхосторожно, но через какое-то время после пребывания человека привыкает. Ну, контроль нужен, что поделаешь. Ага, спасибо, Вик, что пришли сегодня. Да, спасибо, что к нам сегодня пришли. Жалко, что не подали голос, не услышали, не поговорили с вами, но ничего. А ты ручку подними. Нет. То есть он тебя будет защищать, начнет так громко лаять. Да, но он будет не только лаять. Ой, все. Все ясно, тогда мы с вами прощаемся. Спасибо, что пришли к нам в гости, а дальше немного полезной информации. Партнер программы «Новое утро» – компания «Дефо Красноярск». «Дефо» – взрослый выбор детской мебели. Маленькие капельки на полу у нас сейчас в студии – это слюни наших предыдущих гостей. Но красноярцев сегодня ждет небольшой дождь. Прямо сейчас на улице плюс 9. К обеду столбик термометра поднимется до плюс 14. И к вечеру снова станет немного прохладнее – плюс 9. Ветер сегодня будет дуть юго-западный со скоростью 3-5 метров в секунду. 750 миллиметров ртутного столба сегодня давление. Прогноз погоды в новом утре представляет компания «Блейхерт». Объявляет об открытии 28 сентября бутика натяжных потолков в Доммере. Почитаем смс-ки. 17 лет назад муж подарил мне ежика. Однажды утром он мешал мне спать. Я взяла его к себе в постель. Он угомонился и уснул. Уснула, и я проснулась от ужасной боли. Этот гад укусил меня за интимное место. Вот это да! Еж в дикой природе мышелов. Так пишет. Господи, нам. Что за эксперсию? Я не понимаю. А вот это, как говорят, не пугайте ежа голой пятой точкой. Так вот, видимо, просто еж был сильно напуган. Да, кошмар какой. Переходим в группу ВКонтакте. Вот девушка с удавом, у нее дома живет удав. Ее зовут Олеся. Никто, кроме меня, его не любит, говорит она. Почему? Странно. Действительно. Вообще. Это же такой милах. У меня дома три хорька и три собаки. Те еще, слово неприличное. У нас жил хомяк, как-то сбежал из клетки, сгрыз мои замшевые сапоги. Новые, всего неделю. А говорят, хомяков не найдешь, если они убегают. Они же залазят в такие щелки, они как-то так сплющиваются. У нас много сообщений, но через пару минут мы уже должны подвести итоги нашей программы. Поэтому оставайтесь с нами. Использование стекла в интерьере – беспроигрышный вариант. Любая деталь из него получается легкой и воздушной. Стекло может быть и в шкафах купе, и в мебели, и в фасадах кухни, и в офисных помещениях. Ограничить сферу его применения может только собственная фантазия. Возьмем шкафы купе. Ультрафиолетовая печать на стекле позволит создать неповторимый дизайн. С ее помощью можно также оформлять кухонные фартуки, ресепшены и даже стены. Преимущество ультрафиолетовой печати перед фотопечатью в том, что краски более сочные, более яркие. Картинка от этого становится насыщеннее. Срок службы ультрафиолетовой печати более 20 лет. Использование пескоструйной технологии при оформлении фасадов открывает еще больше возможностей. Можно выбрать только пескоструйный рисунок, а можно добавить к нему декоративные элементы из цветного стекла. И в том, и в другом случае получится восхитительно. Следующий.
Потрясающий вариант использования стекла – витражи и панно. Оригинально выглядят варианты с рисунком, выполненным по той же пескоструйной технологии. Цветные витражи ассоциируются с парадностью и монументальностью. А вот большие зеркала, собранные в виде мозаики и обрамленные багетом, напоминают о роскоши дворцов. Кроме этого, из стекла можно сделать и мебель, например, стол под телевизионную аппаратуру. Панно, витражи, зеркала – все это можно сделать по индивидуальному заказу. Также смонтировать и установить. В студии стекла и мебели «Стеклярус» используют высококачественную фурнитуру и европейские материалы. «Стеклярус», Молокова 3Г, телефон 249-15-51. Партнер программы «Новое утро» – компания «Дефо Красноярск». «Дефо» – взрослый выбор детской мебели. Итак, подарим подарки нашим зрителям. За ежика однозначно сразу уходят билеты. Куда? Давайте стриптиз бригады металла. Да, ваш номер 7503 заканчивается. Гад этот укусил вас. Все. Теперь пойдете без него. Виктория Сафронова прислала нам ВКонтакте сообщение. Мы подарим ей вот этот в море синема. Да. У меня такая история, до сих пор вспоминаю, слезы на глазах. У меня был день свадьбы, я была в комнате, где мне делали прическу, а в это время мой котик так разыгрался в другой комнате, что умудрился порвать платье в свадьбу. Вот это да. Приходите к нам, забирайте билеты в кино. Я надеюсь, что этот фильм оставит у вас только хорошее впечатление. Это будет о котике, которого гонять будут потом. Ну и за фотографию я, пожалуй, вот за такую. Давай. Не против, да? Да, не против. Да. Евгения Забавная, опять наш Вася, также любит сидеть в капюшонах, коробках и любит носить очки. Вот сидит в капюшоне и носит очки. Да, действительно, все правда. Завтра поговорим. Да, все ваши призы, прости, Жень. На Копылова 50 забирайте. С документами, удостоверяющими личность, приходите, а то мы их вам не отдадим. Завтра поговорим на тему кредитные истории. Вспоминайте ваши кредитные истории. Как общаться с банками? Можно ли поправить свою кредитную историю? Может, кто-то похвастается безупречной кредитной историей? Вообще стоит ли влезать в эту историю, в принципе? А может быть, у вас есть те вещи, ну, о которых вы пожалели, что взяли их в кредит. Например, какой-нибудь телефон. Или испортили себе кредитную историю. На эту тему завтра говорим. Евгения Головина. Ирина Кузнецова. Антон Моцкус. Пока. Пока. That you're in love with me.